Я хочу трошки два слова сказати. Хто взагалі був коли-небудь в Ciklumі на івентах? От, давайте так, хто не був? Підніміть руку, хто перший раз взагалі от, окей. Тобто я трошки, ну, враховуючи, що мене так рекламували, казали, що я такий крутий, класний, тобто в принципі, та, ну, це просто от я дуже люблю це приміщення, тому що саме в цьому приміщенні ми створили 4 чи 5 років назад Android Dev Club. Тобто я був Android-розробником, і ми були на одній конференції, і людина виступала зі стейджу, і її почали перебивати, казати, що це не так, архітектура неправильна. І я казав, люди, ну а чому ми зараз от перебиваємо людину, вона старається, намагається донести, а ми так от брутально її перериваємо, тому що я тоді ще був науковцем в університеті, я знав, що як важко виступати, коли ти перебуваєш. Я сказав, давайте зробимо Dev Club, не якась конференція така, а буде такий Dev Club, такий стейдж, ти приходиш і рубиш просто так м'ясо. І вони кажуть, без правил. І я казав, що це наш клуб, це не мій клуб. Я казав, кожен може прийти, розповідати те, що він хоче, питати. Каже, у мене замовник, у мене проблема, я не знаю, як там івент якийсь прокинуть. І ми обговорювали реально технічне м'ясо. Починалося з 30 людей, і потім мені написали, Борисе, це не чемно робити це в середу, ввечері, коли всі хочуть бути. Я кажу, так, а хто хоче, тут 30 людей. Хоча ми зробили в суботу, прийшло 115 людей. Я сказав, звідки всі взялися? Я кажу, ну ми у Львові, а у вас тут. А чому це Київ Dev Club? А хай це буде Ukrainian Dev Club. Коротше, було дуже прикольно, виросло ком'юніті. Я вже не Android-розробник, але воно існує, і вони зустрічаються, проводять зустрічі. І мені дуже приємно, що от Олександра, вона драйвить Data Science, таку, якби, family type, і от все ком'юніті, да, тобто воно таке, знаєте, ну, приємне. Ти приходиш туди, ти зустрічаєшся з людьми, всі дуже позитивно налаштовані, вони не агресивні. От, і мені приємно, що наша компанія, вона, от, ми завжди були майданчиком для гарних івентів, і зараз ми ще більше в, якби, долучаємося до всяких Data Science ініціатив, тому що у нас розвивається дуже, ну, дуже сильно розвивається Data Science напрямок, а саме Big Data, Data інженерія, Data Science класичний, де ми там з табличними даними працюємо, NLP. Ну, от, і саме свіженьке, те, що от я зараз, ще ніхто не знає, це я, може, такий зроблю спойлер, ніде не будемо публікувати, але в цей понеділок сталася виключно крута подія, ми рік готувалися. Ciklum був сертифікований компанією NVIDIA як перший сервіс-провайдер, якому, ну, відкрити доступ до client-base NVIDIA, до їхніх клієнтів, робити deep-learning проекти для них. Тобто ми показали ті проекти, от я зараз буду показувати те, що ми показували NVIDIA, і сказали, як ми робили, і наш підхід. І в нас сертифікували, що нам тепер будуть дозволяти робити дуже великі проекти. Ось. Я вважаю, що це прорив для України, тому що ми всього 4 компанії тепер в Європі, одна в UK, одна в Польщі, Україні Ciklum, і ще одна, нам не сказали, де, в Європі взагалі. Тобто для України це дуже непогане визнання, взагалом, для нашого ком'юніті, що нас, ну, от. І я вважаю, що ми, ну, просто, і ми себе зарекомендували як дуже розумні люди, і показали це, і, ну, про це пізніше, я думаю, що ми ще будемо робити якийсь окремий про це спіч, коли це все буде паблік, але я нас всіх вітаю, тому що саме наше ком'юніті дозволило нас так промоутити Україну. Все, про Ciklum я розповів. Да, ще дуже швидко зростаємо. У нас в Америці там кожен 3 місяці з'являється якийсь прапорець, ми там зростаємо, як гриби ростуть у нас офіси, тому що у нас така велика експансія в Америку. Ми як конкістадори припливаємо і там будуємо офіси, і у нас дуже великі там амбіції в Америці. Ось. І, ну, а в Європі те ж саме, ми запрошуємо всіх, хто хоче там коли-небудь думав змінити роботу. У нас дуже гарна компанія, так що приходьте. Так, давайте тепер розкажу про те. Я сьогодні буду підніміть руку, хто такий технічний, щоб я знав. О, так. Так, окей. Вам буде теж цікаво. А хто такий не дуже технічний, просто йому цікаво, що таке Data Science проекти. Супер. Тобто я зможу, в принципі, закрити дві ніші, тому що я готувався, якби. Тема моя, як ми зробили два проекти, і, в принципі, це була така, ну, high-level презентація, але вийшло так, що у мене були вже слайди дуже технічні, ось, і я буду вам розповідати, як вони є. Коротше, перший проект це був ізраїльський, ну, він є, ізраїльський стартап C3. Їхня головна ідея – це робити детекцію апельсинів на дереві. Ну, не тільки апельсинів, але поки що вони почали працювати з апельсинами. Ось. Ідея в чому, що вони зараз це роблять ручками і кажуть, у нас дуже гарно виходить, у них є клієнт, і каже, у них там, вони роблять
знімають знімочки, потім люди сидять і рахують приблизно там low, medium, high, ну дерево, тобто мало апельсинів, середньо і дуже багато. І потім з цього вони роблять prediction, скільки треба людей, щоб збирати врожай, тому що вони їх заздалегідь наймають. Ось, і вони сказали, що ну поки що у нас крутий бізнес, у нас там 20 цих людей, які рахують, але до них прийшов один клієнт, який сказав, ну тобто вони порахували, щоб закрити потреби цього клієнта, треба 2000 людей. І вони сказали, ну мабуть це не найкраще рішення наймати людей. Ясна річ, в них CTO, ви сьогодні його побачите на відео, він працював в Computer Vision стартапі в Ізраїлі 10 років, дуже досвідчена людина в Computer Vision, і він почав, запропонував це зробити. Але в них немає, не було команди. І ми такі кажемо, давайте ми зробимо вам от під ключ цей проєкт, так швиденько, так, аглі, дьоті, і зробимо. Вони кажуть, ну давайте. Що ми почали робити? Кажемо, дайте нам датасет. Ну вони нам дали датасет 450 зображень. Ми кажемо, ну це ж тільки, щоб ми подивилися. Він каже, ні, це все. А ми кажемо, а коли буде наступний ну, датасет? Він каже, ну через рік, коли новий врожай буде, ми знімемо ще раз. Я кажу, прикольно. От. І в цьому, в принципі, проблема всіх агростартапів, що у них є цикл, коли сходить трава, там, не знаю, ну, коротше, у них все прив'язується до природи. Да? От. Ми кажемо, ну добре, 450 – це вже непогано, почали його дивитися, і там були, я не буду читати там текст, хто хоче читайте, там, в принципі, була така, то баундінг-бокси з'їхали, то не всі, то апельсини, ну, там, розмітка була дуже карява. Ось, не було, ми почали тренувати нейронку, щоб воно всі апельсини розпізнавало і на передньому дереві, і на задньому, але виявилося, що не треба, що бізнес-ідея тільки те, що в фокусі фоткати, ну, треба було якось виділяти, навчити нейронку бачити тільки перший план. Ось, тому ми спитали, у нас ну, дуже багато гралося датасетом. Задача була ще не просто детектити оранж, да, а occluded оранж. Це значить, коли один апельсин перекриває інший, треба було розрізняти, що це не один апельсин, їх там два. І ще ступінь occlusion, ну, тобто наскільки він перекривається. Тобто, щоб, ну, коротше, там у них є якась, не буду казати в деталях, у них була якась ідея з цим пов'язана. Коротше, це була така технічна задача. Ось. І потім ми побачили, коли ми почали тренувати нейронну мережу, ми побачили, що у них, в принципі, одне дерево знято з різних кутів. Тобто одне те ж саме дерево, і воно якось впливало на результати. Не скажу як, тому що я це не робив. Я тільки знаю, що ми пішли до... Коли ми прибрали ці дуплікати, у нас датасет ще зменшився. Ну, 450 мінус 150, десь 300 зображень було. Ось. Потім те, що я казав, missing bounding box, тобто ми бачимо, що ось... Якщо ви бачите, то от тут дуже так погано видно. Я просто дивлюся там на телевізор, там так гарно, мені так прикольно. Ну, для мене, тобто я, сорі. Але тут ідея в чому була, що, наприклад, два дерева і одне розмінчене, а інше ні. То, в принципі, як ми потім дізналися, вони це вирішували маскою, коли розмічали, у них була ще маска, яку ми не врахували, бо нам про це не сказали. От, і ми десь три тижні тренували, а потім сказали, а там є маска, от така, бачите, чорна, що воно заливає, що не треба брати до уваги то, що там є. Ось. Потім ми побачили, що коли хтось розмічав, бачите, там ось баундінг-бокси дуже-дуже один на одне накладалися, і там дуже маленька роздільна здатність була, не було видно, де саме там апельсин. Ну, коротше, була проблема з розміткою, і коротше, ми, по суті, перерозмітили весь датасет. Був препроцесінг, я не буду в це заглиблюватися, тому що коли ми вже почистили датасет, він був гарний, красивий, ми сказали, окей, ми тепер, у нас там ми робили augmentation, кропали, фліпали, ну, контрастом гралися, щоб воно було підходило для тренування. Тобто була зроблена така робота, і ми почали, вибрали метрику. Я не можу сказати, чому така метрика, ось, але почали тренування. Тобто перша архітектура, яку ми розглядали, це була SSD. Ось, і ми почали, у нас був SSD with mobile net другої версії, і ми бачимо, що дуже непогано. А, ну тут, ви бачите взагалі, ні? Супер, бо мені зблизька здається, що там нічого не видно. От, була непоганий результат. Ось, воно, це такий був бейзлайн, який ми показали.
Клієнт сказав, ух ти, круто. Ну, почали, ми, каже, а можна ще краще? От ми кажемо, ну давайте. Ми, бачите, ми гралися з різними feature extraction. Це MobileNet, а оце Inception 3. І ну, ви бачите, що воно розпізнає, наприклад, там он лежить не на дереві, а на землі лежить апельсин, і він розпізнавався. От. І ми, ну, ми не знаємо, клієнт нам нічого не каже, він взагалі пішов на vacation і каже, ну окей, whatever you want. І ми, це така нормальна проблема, яка існує, тобто ти робиш і не знаєш фідбека від клієнта, це нормально чи ненормально. От. І ми потім, ну у нас був час, і ми побачили, що от у нас SSD дало accuracy 67%. Тобто, ми не знали, це нормально чи ненормально. Ну потім повертається клієнт з vacation і каже, ну, ми хотіли 80+. Ми кажемо, ну, добре знати, це було б на початку, але непогано. Давайте будемо намагатися щось інше. І, да. Те, що можна передавати? Да, будь ласка. А є оцінка, скільки accuracy у реальних людей? Ми в нього запитали, і він нам, ну, це такий ізраїльський стартап, він сказав, ну, він сказав, що у нас є, але ми не скажемо. Ну, це таке про довіру з клієнтом, тому що коли все починалося, він так скептично до нас відносився, каже, та що ви там зможете, ну там давайте. І тоді він нам не казав, але я каже, треба більше. Ну це все, що він сказав. Ну ми, каже, а як ми будемо валідувати? Тобто ми отримали 67%, ми порівнювали з розміткою, те, що нам провадили, ми взяли валідейшн, цей тест-сет зробили маленький, з тих 300, да? Ми взяли 10 картинок забрали. От, а як покращувати датасет, да? У нас всього 300 картинок. І ми зрозуміли те, що все знімалося на одну камеру, приблизно з одних кутів. Одна сцена, ми можемо або заоверфітитися, або, ну, коротше, у нас погане, ну, воно дійшло до 66-67 і не йшло вище. Потім ми вирішили, давайте візьмемо якісь додаткові дерева з інтернету, щоб воно, ну, розбавити датасет. І це, я не пам'ятаю, наскільки це підвищило скорінг SSD, але, ну, ми сказали, давайте щось інше. Спробуємо. Ми взяли Retina.net і почали робити з нею. Ой, тут все з'їхало. Ось, це як враховували focal loss. Я це пропущу, бо я не знаю. Ось, і це результат Retina. Тобто ми добилися 68%. Ми такі, ну непогано, але 67-68, ну от не йде далі. Потім ми взяли Faster CNN. І Faster CNN, здається, нам дав самий непоганий результат. Ми побачили, що зараз там буде порівняльна. Ну, в принципі, тут все одне. У нас були різні фічер-екстрактори. От, оцей був NASNet A, а наступний був Inception ResNet. І от, здається, оцей Inception в кінці дав нам 80%, і ми сказали, о, він найбільше всього підходить для. Ну, з цим датасетом ми не знали, як він поведе себе на більшому розмірі, тому що його просто немає. І ми вирішили, ну, оце фінальний порівняльний аналіз, бачите, що саме Faster CNN з Inception ResNet бекбоном дав найкращий скорінг, тобто найкращий accuracy. І коли ми це показали клієнту, тоді він нам відкрився, що це comparable to human level, тобто що люди, ну, even more. Тобто він каже, що десь 75% це люди розміряють, тому що людське око не бачить оті маленькі, він сказав, що 75% люди вгадують. Але враховуючи те, що їм треба робити high-level scoring для дерева, тобто їм не треба, ну, вони хочуть рахувати дуже точну кількість, щоб перераховувати їх потім на об'єм, але це в їхнім родмапі. А враховуючи, що ми так от за два місяці отримали 80%, що було досить непогано, він сказав, ну, прикольно, молодці, дуже, дуже круто, і сказав, що thank you very much, далі ми самі. От, але давайте, там є відосик, я вам покажу, як він, ну, як це виглядає. От, ми скомпілювали таку маленьку історію про цей проект, тому що клієнт був дуже задоволений, нам погодився, запускай. Не там запускай, тут запускай. Зробимо мірву, що уволив 2000 людей. Ну, у нього, він не найняв 2000, тому що вони порахували, що у них немає грошей найняти 2000 людей. А може трошки голосніше? Ні, стоп. Спочатку. І громко. Тому що тут такий музон. Ну давай. Citri is a leading company in the agrotech field, which
focuses on tree farming. Lack of data prevents the tree farming industry from adopting high technology and making decisions which are based on data. We solve the problem by providing a unique service which fuses together AI, cloud computing, and multisensoric data operation to provide the best intelligence for the trees. We were looking for a company with an expertise in deep learning, which is the state-of-the-art approach for object detection. C3 has approached Ciklum with a challenging task in the field of agriculture robotics. We didn't raise any high bars for the performance criteria for this task, as the data was coming from real world and with a lot of challenges. Surprisingly, all fruits were not orange, mostly different shades of yellow and orange, which complexified the task. The fruits on the trees were located very densely, overlapping each other. Still, despite all those challenges, Ciklum team has provided us a model which identifies fruit in an image in a nearly human level performance. In 2 months, Ciklum R&D team built the prototype that can outperform human in accuracy, especially on detection of occluded fruits. The model can be retrained to detect different types of fruits as well as identify the ripeness level in the future. It can also help to estimate the pest surveillance. They offered us a combination of skilled senior experts together with young engineers, and together they gave us a great product. We plan to continue our partnership as we have a lot of challenges and very ambitious plans in the agri-tech field. От, таке відео. Дякую. Да. Мені здається, що дуже таке, знаєте, воно таке дуже домашнє, таке, ми всі, ну, ми не знали, як нас знімуть, але вийшло дуже прикольно, тому що, в принципі, це наша така денна робота, весь час. Ну, у нас дві частини. Або ми всі сміємося, або всі плачемо. Тому що ми, ну, в мітинг-румі ми там боремося за, обговорюємо, які там вибрати papers for review, щоб подивитися, яка архітектура. А потім, коли все виходить, всі такі бігають по офісу, кричать «Ура, ура!» Ми можемо тепер оранж від грін бачити. Тому що не всі апельсини були оранж. Да? Тому ми спочатку «Давайте робимо там по градієнту, ну, шукати ці оранжеві, помаранчеві плямки, і все буде круто». Але це було таке «Зараз ми швиденько зробимо». Ну, потім ми подивилися, що є дерево з зеленими апельсинами. Такі, окей, ідея не спрацювала. Тому дуже прикольний був проєкт. І, в принципі, давайте я вам зразу про другий розповім. Тобто я сьогодні обіцяв про два розказати. Там буде складніше, тому що він взагалі складний. Так. Да, можна, може, давайте про це поговоримо. У нас, я ж казав, датасет, у нас, ми прибрали з датасета, було 300 клієнтських картинок, але я не знаю, скільки домішало ще. От, на жаль, ніхто з команди не прийшов сьогодні, вони всі сплять. От, вони б могли сказати, скільки, але, ну, вони сказали, не більше тисячі, тобто вони, ну, ми небагато домішували. От. Але що нас здивувало, що ми на 300 картинках, ну, і в принципі ми не знаємо, може вона супер заоверфічена, тому що з однієї камери, з одних кутів, з однією сценою знімалася, може, ну, може потім буде гірший перформанс. Але вже у нас є, якби, конфіг, ми на, готові закидувати нові дані і чекаємо з сезону. Може буде версія 2.0 цієї презентації, все пропало, розходимося. Але, ну, я думаю, що ми зможемо поправити. Так, да, ми його закінчили десь місяць тому, а почали його робити десь в березні. Тобто він такий свіженький, тобто свіжачок. От. А другий проєкт, от зараз я про нього розкажу, почну розказувати. Це все під індією, там таке індією, що я навіть не знаю, звідки ця картинка, чи не приїде зараз. Ну, ви знаєте, що таке цей GDPR? Ось, я всіх нас вітаю. Ми тепер в новому світі кошмару, тому що ми зробили проект, а нам sales пише, чуваки, все пропало, розходимося. Я кажу, що таке? Я кажу, ми бачили датасет клієнта. Я кажу, і що? Це порушення GDPR. Я кажу, ви що, поїхали головою? Типа, як ми будемо працювати з картинками, не бачачи картинок? Я кажу, придумайте щось. Я кажу, ну. Тобто там почалися ці legal, це адвокати, зараз там, мабуть, взагалі вони там жирують, пірують, бо у них, коротше, нова ера, хто що бачив, кому можна було бачити. Тобто для того, щоб працювати з даними цього клієнта, ми відправили людину в Цюріх,
І він працював в офісі, там, там все, він підписав 25 всяких там NDA і так далі. І він в офісі працював нормально, це все бачив. І мене дуже здивувало, що тепер вони кажуть, ми же бачили це. Ну, я кажу, ну як людина, якщо вона бачила, це ж, ну, тобто, ну, там у нас окрема тема з GDPR. Але, в принципі, проект прикольний. Він про те, що великий альянс, в якого входять 20 insurance group, 20 різних, вони зібралися і сказали, а давайте ми автоматизуємо оцей процес. Коли є, приїжджає комісар фоткати пошкодження машини, потім він їде в офіс, це все завантажує на сервер. Людина, професійний оцінщик, яка вже там все життя оцінює пошкодження, вона каже, окей, це на 200 євро, це на 300 євро. І вона очами бачить, яка частина машини побита і скільки це буде коштувати. Тобто вся суть проєкту була для того, щоб це був проєкт ще не почався. Це було дослідження цього альянсу, чи варто впроваджувати deep learning в їхній бізнес, тому що всі багато чують, але щоб... І вони виділили бюджет на 2-3 місяці ресерча, до якого були ми залучені як експерти. Ну, ми планували робити тільки консалтинг. От коли наш Ігор приїхав до клієнта, виявилося, що у них є аж 10 дата-сайентистів. Коли він спитав людей, хто працював з діплернінгом і імідж-процесінгом, вони сказали, ніхто. Каже, хто пише на Python? Ну, половина пише, друга на R пише. Двоє MATLAB. Він каже, а що ми з вами будемо робити? Каже, ну як досліджувати? Тобто вони, я про те, що рівень підготовки компаній, ну таких світових альянсів, де багато дата-сайентистів, набагато нижче, ніж, ну, мабуть, наших там інтернів, студентів з УКУ там, і так далі. Тому що ми вже, ну, багато розуміємо. Тобто, а вони вже працюють в великих компаніях, дата-сайентисти, але, ну, те, що для цієї задачі треба deep learning knowledge, вони, ну, не знали. От, то ми почали ми з консалтингу. Тобто перший таск у нас було локалізувати пошкодження на машині, ну, знайти пом'яту машину. І перше, ну, у нас, в принципі, було requirements. Ми завантажуємо фото, у нас є damage localizer, і він повертає маску на фотці. З цим таском, в принципі, і враховуючи, що це був ресерч, бюджет лімітований, нам не дали. У нас, ну, тут стоїть декілька наших серверів з GPU, там десь в одному 8 карт, в іншому 4. І ми думали, ну як, що гей, зараз ми на наших, там, на нашому блейді поріжемо це все на шматки. Вони кажуть, ні, не можна, тому що GDPR, ось ми беремо в клауді один інстанс, і там такий маленький інстанс, такий дешевий, і давайте щось там на ньому зробіть. Ну, ми намагалися щось зробити, а він не, ну, там просто нейронка не влазила. І ми такі кажемо, слухайте, ну так ми можемо нічого не зробити. Він каже, а що треба? Я кажу, ну трошки давайте, трошки наступний купимо, щоб ми... Каже, ну це ж гроші. Я кажу, ну слухайте, ви нам стільки за консалтинг платите, що давайте вже купимо нормальний один інстанс. І у нас була одна GPU в клауді, і це було, типу, от все. Ну, ми читили трошки, ми робили, перевіряли ідеї на нашому блейді, а коли воно працювало, ми вже давали її в роботу клієнту, тому що так би ми нічого не зробили. Ось. Але, в принципі, на виході цього ми отримали, тобто ми отримали перший челендж, коли це альянс, і в нього входять різні страхові компанії, і одна з страхових компаній розмітила пошкодження як ось А, а друга як Б. І датасет був розмічений по-різному, одна там сама фотка, і ми казали, а як правильно? І вони почали окрему дискусію стандартизації, розмітки пошкоджень, уніфікація. Коротше, вони запустили такий дуже великий процес. Я думаю, що він ще там пару років буде йти, але ми таки подумали, ладно, ми будемо працювати з однією компанією, яка нас найняла, і ми будемо брати її розмітку, тому що вона платить гроші. І, в принципі, це було вирішення проблеми з розміткою датасета, тому що дуже багато, ну, тобто, де вважати там, ну, тобто, перераховувати площу пошкодження на ціну, там, тобто, перше треба було задетектити, а потім робити prediction, да, тобто, там, area damage, part, car part damage, тобто, це був такий перший челендж. У нас в датасеті було приблизно 40 тисяч фото. Але тобто вони були не розмічені, і ми робили розмітку по ходу. Ось, і вони з цих 40 тисяч дали, розмітили 845, сказали, ну цього для перевірки концепту достатньо. От. І ми якби пручалися, казали, давайте більше, ну сказали, що є, то є. Ось, і ми почали робити роботу. Що було? Було. А, і ми зробили за тиждень модельку, запустили, задеплоїли, і вона показала непоганий результат. Ну, такий бейзлайн, вони були задоволені. Ми думали, що на цьому все, що вже ми зробили proof of concept. Але потім у них з'явилася
проблема яка? Що, ну, ми розглядали популярні архітектури UNET, PSP.NET, LinkNet. Тобто ми вибрали все, що підходить до задачі. Це була наша задача – зробити paper review і сказати, що в принципі, ну, тобто, щоб попрацювати з кожною з архітектур, треба час. У нас всього було 2 тижні. Ну, якби, що ми можемо за 2 тижні зробити? Ми сказали, дивіться, оце давайте будете, ну, повинно бути в вашому десь бізнес-плані, що на кожну з цих архітектур місяць-два закласти, щоб повчати, ось рік будемо вивчати архітектури. Ну, вони сказали, ні, давайте за все за 2 тижні. Ось, тому ми вибрали UNET. От, UNET непогано себе показав для локалізації цих пошкоджень, подряпин. Ось, і ми, в принципі, вибрали UNET with mobile net encoder і почали робити це на одній GPU тренування. І у нас на виході, от ми, ну, local loss function ми вибрали binary cross-ентропію і dice loss ось ми рахували ось так. Що з цього вийшло? Дивимось. Ми ну, на якомусь рівні ми показали 53-57, ну, 0,53-0,57 точність, і у нас, ну, це dice coefficient. Ось. І ми не сказали, ну, в принципі, воно щось там бачить, щось детектить, але це, ну, все, що ми зробили за тиждень. Вони сказали, ну, добре, все, пішли готуватися, а потім вони повернулися і сказали, у нас ще є таски. Вони сказали, тепер нам треба зробити repair cost estimation, зробити регресію, і для цього нам треба мати фічери. А для того, щоб мати фічери, ми повинні знати, яка частина машини пошкоджена, капот, бампер і так далі. Ми, скажи, ну, а ми просто робили scratch, ну, тобто якийсь damage detector, ми не робили на якій частині. Ми сказали, опа, це ж все міняє. Тепер нам треба перерозмітити датасет з тим, де пошкоджена машина. Тому що якщо у нас була задача, машина пошкоджена або ні, це була одна задача. А тепер нам треба сказати, яка частина, то ми почали вирішувати вже нову задачу. І це у нас трошки збільшило скоп. І оцей car parts detection, тобто, ну, яка частина пошкоджена, от нам треба було зробити multi-label classification для цієї задачі. Ось, тобто у нас була тепер нова задача. Тобто у нас є фото, потім якась там система, в якій ми казали, ну, тобто це наша нейронка з загорнутий якийсь бекенд. І на виході повинно було бути маска, яка накладалась на фото, де пошкодження, видавала, скільки це кост, і лейбли, що пошкоджено, двері, бампер і так далі. Ось. І це була така нова задача, яку ми почали вирішувати. Тобто, у нас зовсім помінялася архітектура. Ми, у нас, бачите, тут я вам не можу допомогти, тому що я ж казав, що дуже, дуже така складна презентація, моїх колег немає і вони мені не допоможуть. Тому ми вибрали ось таку архітектуру. Я буду розказувати про мультитаск learning, тільки для NLP. Отлично. От ми і послухаємо. Тому що, в принципі, на жаль, я до речі, хто такий офтоп, хто вивчає зараз deep learning чи machine learning? От проходить курси. Я з вами. Тому що я зрозумів, що я не можу робити бізнес. Тобто, якщо ви робите бізнес, ну, тобто, хочете спілкуватися з клієнтом і не розумієте, як ви це вирішуєте, велика проблема. Але проблема в тому, що це не можна вивчити за день, тому я вже от півроку вивчаю, вже трошки так розумію, але ще не так, як хотілося би. Ось, ми вибрали loss function, ми порахували її ось так. І потім з'явилися ще челенджі. Тобто це, щоб ви зрозуміли, в будь-якому проєкті ви тільки щось зробили, вони кажуть, о, а давайте ще більше. Тобто в них якби апетит приходить по ходу. Тобто не так, як, знаєте, в класичному андроїді. Ось скоп, зробили, заділіверили, до побачення, відсвяткували. Ні, тут воно якось відбувається ітеративно, і вони кажуть, дивіться, у нас GDPR, а якщо на фотографії є людина? Тобто нам треба зробити нейронку, яка або блурить людину, або прибирає її з датасету. Ми кажемо, прикольно. Друге, нам треба зробити private goods localizer. Тобто, якщо в машині лежать документи, телефон, щось, що може ідентифікувати людину або пов'язану з людиною машину, теж треба прибрати. Тобто, це окрема нейронна мережа. Потім у нас було, якщо на машині, ну, аварія, 3-4 машини, яка ваша, да? От, і ми сказали, що так, хлопці. Коротше, все закінчилось тим, що ми допомогли їм задизайнити roadmap на 3-4 роки.
От, тобто вистроїли це все в нейронній мережі, і це говорить про те, що є робота. Тобто ну, є робота, і тепер треба просто так людей 20 нанять, щоб працювати з цими датасетами, з цими даними. Ось. Ну і тобто, у нас така вийшла general архітектура це для, ну, на сьогодні. Тому що ми вважаємо, що ми закінчили POC. Ось, і у нас був damage localizer окремо, є cost evaluation, там у нас лінійна, ну, може, не лінійна, якась там інша регресія використовується. Ну, в принципі, хотілося б, щоб лінійна була. От, і ось у нас така архітектура вийшла. Тут у нас на вході фотографії, маски пошкоджень на виході, і ми маємо damage 1 cost, damage 2 cost, ну, і потім воно рахується сумарний cost машини. Тобто це така архітектура, яку треба заімплементувати в кінці. Ось. В принципі, ось такий цікавий проект. Я не хотів взагалі пірнати в технічні деталі, в мене це і не вийшло. Ось, але я вважаю, що я вам трошки так захайлайтив, які є проекти у нас. У нас ще є інші проекти, які, ну, такі маленькі, наприклад, проект з валідацією фотографій. Людина завантажує фотки права від машини. Нам треба валідувати, чи це вона сфоткала телефоном, чи це вона сфоткала екран, чи вона зробила фотошоп. Тобто, ну, фотошоп легко детектити, а ось чи це її права, да? Тобто, і вона повинна зробити фотографії документів, і ми повинні зрозуміти, що це людина не чіти, такий fraud detection, да? Щоб вона не обманювала. Це ongoing проект, його ще ми не закінчили, тому як закінчимо, будемо щось розповідати. Вже будуть люди технічні вийдуть і будуть розповідати, як вони оце ітеративно робили, які були архітектури, як вони це все. До речі, як такий момент, ми в принципі багато говоримо про тулінг. От ми дуже активно використовуємо Jupyter Notebook, ну це не дивно, да? І виявилась дуже прикольна штука, тому що можна працювати на сервері прямо там, де є у вас GPU. Ну, тобто для тих, хто починає, це може бути непогана порада, що бажати код не на своїй машині, а на віддаленому сервері, тому що там є GPU, там швиденько все. Ось для мене це було таке відкриття. Я коли, ну, у мене все було повільно, тому що в мене в Mac'у погане GPU, і воно взагалі не GPU. От, а там все гарно. Ось, тому в мене на сьогодні все. Дякую вам за увагу і ваші питання. Окей, значить, так, у мене є спеціальний слайд такий по требованию організаторів. Я підготував свою біографію. Да, ну, в общем, я родился в Киеве, я учился в 145-й школе, закончил ее. Поднимите руку, кто из 145-й школы. О боже, это провал. А потом я закончил, учился в Московском физико-техническом институте. Кто знает, это лучший вуз в городе Долгопрудном, значит, может быть, лучший во всей Московской области. А там же как-то я увлекся еще в институте нейронными сетями, искусственным интеллектом. В принципе, я хотел стать программистом. Мне очень нравилось в школе. У меня была даже своя компания, стартап, как сейчас называется. Тогда это называлось Shareware. Вот, может быть, слышал. В какой-то момент я понял, что все-таки самая классная программа — это сделанная стандартно. То есть вот, на самом деле задача вот классного архитектора — это использовать стандартные паттерны. Вот, тогда как мне хотелось что-то делать нестандартное и интересное. В общем, с тех пор я увлекся нейронными сетями. Я вернулся в Киев, стал работать, точнее, поступил в аспирантуру в Институт проблем автоматичных машин и систем НАН Украины, это кусочек КИБ-центра. Сейчас такое очень мрачное серое здание. Вот. Иногда там попадают студенты на практику ненадолго. Но мне повезло, я попал в команду, которая реально занималась, не знаю, сейчас, как бы это сейчас называли, аутсорс или аутстаф, наверное, аутсорс. То есть они делали такие решения, интеллектуальные решения на нейронных сетях для американцев, там, в основном для автомобильной промышленности. В общем, удалось у них кое-чему научиться. Вот. И вот как бы такая моя научная ипостась с тех пор с этой организацией развивалась. В 2016 году я защитил кандидатскую диссертацию по нейронным сетям и примерно с того же периода начал преподавать в Украинском католическом университете. Вот, кстати, приглашаю бакалавров поступать к нам на магистерскую программу. В общем, ну, УКУ — это глоток свежего воздуха, скажем так. Кому интересно, может посмотреть в Гугле. Также параллельно
в общем, с научной деятельностью. Я занимался разными прикладными проектами, то есть это были там подряды, это были, там, не знаю, более какая-то полная занятость, неполная занятость, в частности, такие. Мы делали грант для ВВС США. Мы участвовали в одном из первых проектов Samsung R&D. В общем, на самом деле, считаю, очень полезной деятельностью. То есть, как бы она продиктована была более такими, конечно, материальными причинами. Вот. Тем не менее, как бы нашу науку украинскую очень ругают за то, что она оторвана от реальности. Вот. И правильно, на самом деле, то есть, ну, там, зачастую вот в вузах читают какие-то преподаватели по 40 лет одно и то же, что старое, устаревшее. Вот. Потом человек заходит на Курсеру, читает и видит, что что-то вот совсем не то. Читается то, что есть. Вот. Ну, например, скажем, касательно науки, такой есть рецепт, в принципе, вот, научной новизны, это взять, который в Украине сейчас действует, нужно взять какую-то проблему, добавить для нее решение нейронной сети, бац, у нас вот есть научная новизна. То есть это вот как бы когда это уже так лет 20 действует, вот тогда как во всем мире все по-другому. Нужно взять ГАНы, нейросети и проблему, и вот научная новизна. Мы, я считаю, очень полно рассмотрели мою личность. У нас будет еще, и мы можем переходить к сути. Я вам хочу рассказать о своих шишках, о своем опыте, о своей боли, о своих достижениях, надеждах, давайте так назовем, в маленьком проекте, который связан с украинской выработкой аргументов, извлечением аргументов из текста. Вот. Это такой небольшой научный проект, который делается, еще он не закончен, вместе с университетом, с лабораторией из университета Гамбурга. В общем, он был спонсирован программой DAAD. Вот. Опять же, кстати, советую тем, кто, студенты в основном из КПИ тоже, короче, кто еще студент, обратить внимание, то есть есть такая вот мощная, на самом деле, такая машинерия, называется DAAD, немецкая организация, которая способствует академическому обмену. Можно поехать учиться, там, в аспирантуру, или какие-то, может быть, маленькие научные проекты тоже спонсируются. То есть, по сути, это такая мягкая как бы реклама, как сказать, для истечения мозгов из Украины в Германию. Вот. Тем не менее, это работает. Да, ну, в общем, был такой проект заявлен. Вот смысл, анализ текста, извлечение аргументов, что это такое, я сейчас расскажу. Мы просили 3 месяца, нам дали 1 месяц. Вот, я туда ездил. На самом деле, как я сейчас понимаю, так делать нельзя. То есть, ну, за 1 месяц ничего нельзя сделать. Поэтому потом это все очень растянулось. А вот, как бы сейчас, ну, я надеюсь, все-таки где-то через месяц-два все-таки этот проект будет закончен. Тем не менее, я для себя извлек, что такие все-таки серьезные проекты, их нужно делать или сразу вот, заниматься только ими, вот, потому что, ну, заниматься part-time чем-то серьезным очень тяжело, потому что ну, много времени тратится на синхронизацию. То есть ты делаешь, потом отвлекаешься, и потом, чтобы опять вот, ну, влиться, нужно время. Теперь хотел бы сказать пару слов об отличии индустриальных проектов и научных. Вот. Так как я уже ознакомил вас с своей богатой биографией, так сложилось, что я принимал участие в обоих типах проектов. То есть, ну, в общем, различия на самом деле большие. То есть индустриальные проекты — это обычно проекты, когда нужно что-нибудь быстро сделать, налобать. То есть проекты с жесткими дедлайнами, проекты, в которых важные вещи — это надежность и эффективность, тогда как в научных проектах, на самом деле, в принципе, важно показать принципиально, что это работает. То есть, опять же, ну, качество кода, в принципе, proof of concept, ну, допускается, конечно, тоже грязный код и так далее, но, в принципе, если это потом пойдет в продакшн, оно обязано переписано быть хорошо и качественно. В научных проектах не так. Важное, не знаю, кажется, отличие в том, что на самом деле, вот в индустриальных проектах не так важно достичь state of the art качества, потому что, ну, просто это на самом деле никому не нужно. То есть вот хороший был пример, на самом деле, вот перед этим мне очень понравилось про апельсины, когда на самом деле еще очень тяжело посчитать, что такое state of the art, потому что на апельсинах не очень понятно,
ну, какой стоит взарт, тяжело. Вот. Но, в принципе, даже когда это можно как-то оценить, ну, в принципе, не очень важно, там у вас качество 99% или 98%, тогда как вот научные проекты — это что-то сродни некому такому большому спорту, там, бегу на 100 метров, где вы, если вы немножечко там на долю секунды опережаете мировой рекорд, ну, вы молодец. Вот. Ну, самое главное, опять же, тоже отличие — это результат. То есть индустриальные проекты, суть — это код, это демки, может быть, патенты. Научные проекты — это, прежде всего, научные статьи, публикации на конференциях, ну, тоже, может быть, патенты, ну и также код, если повезет. Ну, я пошутил, на самом деле. Код очень важен. Да, ну, так вот. Окей. Итак, я принимал участие в научном проекте, который называется «Посвящен проблеме computational argument mining». Такое вычислительное извлечение аргументов. Что это такое? Ну, то есть это значит, что вот есть некий текст, который содержит в себе, допустим, там некую переписку на форуме, или, может быть, это мог быть протокол заседания суда. Ну, вот какие-то тексты, где есть мнение, где есть для них обоснование. Нужно, ну, данная задача ставится задача извлечь вот эти аргументы и классифицировать их. Вот. Пока так. То есть в будущем, может быть, это будет, ну, как бы, если это спор, то понять, кто прав, кто виноват. Например, ну вот, скажем, допустим, у нас есть такой текст, здесь написано input, который обсуждает, ну, почему необходимо использовать Python в вашем проекте. Вот. И вот, значит, у нас есть текст, представляет собой естественный текст, который можно разбить на слова или на токены. И мы ставим себе задачу, ставим себе задачу классифицировать эти токены. То есть как бы возле каждого токена, что-то указка не работает, не знаю, может, УРП буду показывать, да? Возле каждого токена можно присваивать ему один из нескольких заранее зарезервированных классов. То есть что это, например, claim, то есть утверждение, вот, Python — это хороший выбор, или что это предпосылка, premise. Ну, это хороший выбор, потому что. Вот. Вот такая задача. С точки зрения машинного обучения, NLP, такую задачу называют задачей тегирования. То есть нам нужно каждому слову присвоить некоторый тег заранее заданных. Кто может привести примеры задачи тегирования? Друзья? А? Part of speech, да. Да, это правильный пример. Еще один какой-то известный, скажете? Можно не с первого ряда, только желательно. Никто не слышал? Кто-то занимается NLP? А? Да, я это хотел услышать, да. Вот два самых больших примера, действительно, это part of speech tagging, name and entity recognition. Окей, спасибо. Ну, то есть вопрос, как бы, какая специфика конкретно у argument mining по сравнению с этими стандартными задачами? Ответ на самом деле никакой. То есть единственной, как бы, ну, такой, как бы сказать, спецификой является то, что задача не очень мейнстримовая, то есть датасетов мало, они имеют маленький объем по отношению к, ну вот, собственно, name entity recognition. И второе, тоже такой момент, который тоже обсуждался, можно еще пообсуждать, проблема разметки выборки. То есть вот выборки, в принципе, разметка, ну, грубо, мне кажется, можно поделить на два типа. То есть первый тип — это некоторые объективные данные. Ну, более-менее. Например, там изображение котов. Вот есть кот на фотографии или нет? Бывает, на самом деле, ну, там спорный момент, но, в принципе, это некая такая объективная реальность. Вот. А другая проблема, вот, например, вот такая разметка, вот когда размечают люди. Там, где есть люди, там есть проблема. То есть сделаем мир лучше, заменив людей роботами. Это наш такой глобальная цель.
То есть, как бы, когда у нас есть вот, ну, такой, такая разметка, один человек может, допустим, вот, посчитать этот кусок предложения и разметить его, а другой нет. А третий может просто ошибиться и не заметить, там, не знаю, случайно. А, ну, с таким можно бороться. Можно бороться тем, что, например, заставлять как бы, одни и те же данные размещать разных людей, вот, и потом, допустим, брать среднее. Вот. Также можно оценивать согласованность этих разметок. Вот, ну, там, допустим, можно посчитать корреляцию. Вот, есть более такой сложные там, статистические инструменты. Гриффиндорс альфа, специальный такой, ну, момент для учета согласованности выборки. Так, теперь ну, небольшое техническое замечание. Как это кодируется? Как представляются данные. Для такого рода задач, имею в виду тегирование, одним из популярных способов разметки является то, что называется био-кодирование. Слово begin, input, output. Вот. Вот, справа вот пример таких данных в CoinNL формате. Не помню, как расшифровывается, колон, кажется. Ну, в общем, смысл в том, что на каждой строчке у нас есть вот, просто записаны слова, токены, и для них выставлены соответствующие таги. Вот. Вот здесь вот, скажем, вот эта часть предложения, она, по мнению разметчика, является ничем. Потом начинается claim, то есть первые токены B. И дальше там вот какое-то количество токенов, они содержат claim, предпосылку, они вот здесь так закодированы, bio. Вот. Собственно, почему я про это рассказываю? Потому что, как я, в общем, говорил, вот в научном проекте очень важным моментом является добиться точности оценки, как бы согласованности с данными, с результатами других исследователей. То есть, как бы, ну, не знаю, мне очень нравится выражение химическая точность. Вот. Конкретно для этой задачи на самом деле у меня были проблемы. То есть я посвятил примерно неделю времени, full time, на то, чтобы аккуратно закодить и убедиться в том, что вот моя оценка точности такая же, как принято. Вот, то есть, например, ну, то есть там показателями точности здесь было token level accuracy, как бы с этим проблем не возникло. То есть у нас есть токены, у нас есть, ну, точнее, теги, которые мы присваиваем номера класса, мы просто смотрим процент качества. Другим параметром интегральным это были вот precision recall F1, некий такой интегральный параметр, который, как выяснилось, он считался над компонентами аргументов. То есть вот там эти вот claim, premise, предпосылка, утверждение. Вот между такими компонентами они были, являлись объектами. То есть нужно сначала в конкретном примере, конкретном предложении вот эти вот компоненты выделить, причем выделить как одну сущность. Да? Там вот, допустим, у нас вот bio, да, вот это вот bi, вот этот ну, набор вот этих компонентов, это вот один элемент для оценивания ошибки F1. Вот. Причем, например, ну, для меня было откровением, что как бы участки предложений, которые тегируются O, они не являются объектом для вычисления вот этой ошибки F1. Вот. В этом смысле, конечно, очень большую позитивную роль играет, когда авторы статей выкладывают свой код в интернет, по крайней мере, можно посмотреть и провалидировать свое качество. Вот, ну, такое. С другой стороны, если бы это был industrial проект, мы просто примерно посчитали token accuracy и на этом бы успокоились, в общем-то. В принципе, этого было бы достаточно, и, в принципе, это правильно. Вот. Но если мы хотим все-таки сделать науку, немножко сделать выше, ну, это стоит внимания. Окей, теперь пару слов насчет, собственно, датасетов, которые существуют. Их существует, я видел, в сумме примерно штук 15, наверное. То есть там интересно, как бы в этой проблеме у меня есть еще философская часть. То есть у меня есть лично один знакомый студент-аспирант, который по философии, который вот такой проблемой занимается, аргументация, вот, ну, что являются аргументы. То есть есть разные видения насчет этого. То есть они касаются прежде всего
объектов, которые мы размечаем. То есть, например, это может быть просто утверждение, предпосылка и главное утверждение. А может быть просто поиск утверждений. То есть, ну, точнее, поиск предпосылок. Вот тоже есть такой датасет. Вот он самый большой, в нем 237 тысяч токенов. Может быть некий там более сложный вариант. То есть утверждение, предпосылка, поддержка, опровержение. Как бы там ни было, вот здесь три датасета. Persuasive essays — это студенты писали эссе там, на разные темы, точнее на заданные темы. Веб-дискурс — это датасет, который был выдомплен из форумов. Интернет тоже там были разные утверждения и споры. Reasoning, честно говоря, не знаю, откуда взялся. Такой довольно свежий датасет. Тем не менее, вот он есть, он самый большой пока что. Ну, то есть, вот, представляются они как раз вот в этом QNNL формате, о котором мы уже поговорили. Он тоже, кстати, бывает очень разный. То есть, вроде бы это формат соревнования 2003 года такого, но, как оказывается, у каждого автора свой формат немножко, поэтому приходится делать. Да, ну вот, значит, у нас такая и задача. И нам нужно ее решать. Как ее решать? По сути, мы делаем некий такой классификатор, который работает с последовательностями, который в каждый момент времени, точнее, для каждого токена вычисляет фичи и выдает свое решение. Какие фичи могут быть для таких вот для такой задачи? Вот здесь показан список фич, которые используют статьи на самом деле 2015 года, еще когда deep learning не очень распространился. Мы можем, в принципе, вместе почитать. Я так особо не вчитывался. В принципе, это большой кусок истории NLP, как это делается. То есть можно брать токены, считать некие такие структурные фичи, там положение, предложение. Первое слово, не последнее слово. Является ли это пунктуацией? Там, синтаксические, что это? Part of speech, тип речи. Лексические. Вот. То есть смысл в том, что вы, по сути, вот, как бы для каждого, ну, не знаю, так вот руками делаете, выделяете те признаки, которые вы считаете ну, будут полезны для решения вашей задачи. То есть, в принципе, опять же, почему так любят deep learning сейчас нейронные сети? Ну вот это история нейронных сетей в лихие 90-е. То есть стандартный такой научный пейпер в 90-х годах, он примерно следующий. Значит, там, используем нейросети для распознавания, не знаю, апельсинов, например. Вот. Нейронные сети являются универсальным аппроксиматором функций, что было доказано Колмогоровым, Цыбенко и Хорником там, в конце 80-х. Вот, это доказано. Но поскольку они являются универсальными, давайте теперь для этой конкретной задачи предложим конкретный способ вычисления признаков. Вот. И, значит, вот вся статья, она, в принципе, про то, как мы для конкретной задачи вычисляем признаки. Там, для апельсинов одни, для котов другие, для собак третьи. Вот. Смысл подхода, который сейчас, наконец-то, вот, получается делать, даже если выборки небольшой имеют объем, в том, что это действительно end-to-end learning. То есть вот это все, в общем-то, не нужно. Мы можем использовать некие стандартные, большие предобученные механизмы. Например, то, что называется word embeddings. Пожалуйста, поднимите руку, кто знает, что такое word embeddings. Круто. На самом деле много знают. Про тех, кто не знают, скажу, что обязательно изучите эту штуку, если вы хотите, ну, заниматься Data Science, NLP, просто как бы понимать технологии. Это действительно очень распространенная штука сейчас в NLP. Смысл заключается в том, что мы хитрым специальным образом можем подготовить вот векторы небольшого размера, там 100, 300, которые несут в себе семантику, то есть несут в себе смысл. Там, например, вектор, который соответствует слову «король», он близок к вектору, который соответствует слову «королева». Вот. Или, допустим, если там от вектора, который соответствует слову «король», вычесть вектор, который соответствует слову «мужчина», добавить вектор, который соответствует слову «женщина», мы получим примерно вектор, который соответствует слову «королева». То есть вот. Причем эти векторы, они были получены, ну, там, я сейчас не буду об этом рассказывать, но, в общем, они были получены автоматически путем прогона большого-большого массива корпуса
текстов через нейронную сеть там, и ставить, ну, если ставить задачу предсказания следующего слова. Кстати, похоже на задачу language modeling, да? Об этом немножко будет в следующей лекции, посвященной NLP. Просто скажу сейчас еще раз о том, что, ну, с точки зрения практики, эти эмбеддинги представляют собой текстовые файлы, которые можно скачать. То есть у вас есть большой список слов, там сотни тысяч, и как бы каждому слову соответствует вот некий вектор, который можно просто взять и использовать. Они являются признаками для нейронных сетей. Можно я? Да, нужно. У нас тут мясо и кровь. Я подумаю над этим. Проект еще не закончен, как я сказал. Ну, почему это можно использовать? Ну, во-первых, да, это просто, быстро и интересно. Кроме того, возникают еще дополнительные преимущества. А именно, вот табличка, которую я взял, эту работу цитировал предыдущим. На базе веб-дискурс здесь оценка качества F1 для разных комбинаций признаков. То есть вот признаки были разбиты на 4 группы, да? Раз, два, три, четыре. 4 группы и еще вот эти эмбеддинги. Так, как у правильных программистов, здесь, видите, есть нумерация от нуля. То есть от нуля до трех — это вот обычные признаки, и группа номер 4 — это признаки, которые соответствуют эмбеддингам. Вот вы смотрите, что интересно. Здесь, в этом датасете, все эссе, точнее, все, ну, как бы, все тексты, они, все споры, они делились на 6 разных категорий. Ну, просто по темам. Там, допустим, я не помню обсуждение того, нужно ли вводить обязательную религию в школе. Там была одна тема, и споры на эту тему. Ну, и там другие споры. Смысл в том, как проверять, как считать ошибку. То есть мы можем делать то, что называется in-domain scenario, то есть мы можем считать ошибку, когда при обучении классификатора, при обучении модели использовались все тематики. Это первый вариант. И второй вариант, тогда такой вот, то, что называется cross-domain сценарио, то есть мы используем все тематики, кроме одной, да, то есть на этой последней мы тестируем качество. Вот. И посмотрите, как бы на самом деле результаты такие, что, собственно, для in-domain сценарио, то есть когда мы использовали все данные, все типы данных, все темы, ну, в принципе, вот качество использования всех признаков, оно получается там чуть-чуть лучше, чем только эмбеддинг. То есть в сумме тут там 0, качество 0,236. Да, там, эмбеддинги 0,229. Чуть-чуть лучше. Тогда как вот кросс-домейн качество, эмбеддинги очень вырываются вперед. То есть все остальные, у них качество примерно в 2 раза меньше. Вот. Это вот, ну, такой серьезный момент. Почему, ну, невзирая на то, что это, ну, просто более практически удобно, почему можно использовать только эмбеддинги и забыть про эти вот такие признаки. Окей. Ну, то есть, как бы в реальной жизни, мне кажется, вот второй сценарий, он намного более вероятен, чем первый, когда мы полностью уже учли все типы данных. Вот. Окей. Теперь, в общем, не знаю, мне кажется, так хорошо рассказал, прорекламировал, почему мы используем нейросетевой подход. Поговорим, наконец, о нейронных сетях. То есть я хочу вам рассказать сейчас о такой, скажем так, архитектуре, которая принята мейнстримовой задачей тегирования. То есть остальные, если они от нее отходят, то, в принципе, недалеко. То есть там могут быть вариации, но схема общая примерно такая. Вот. Ну и немножко поговорим о перспективах, как это можно улучшить, в частности, о мультитаск лернинг. Итак, что такое схема? Схема называется BLSTN или BRNN плюс CNN плюс CRF. Вот.
BioSTM — это соответствует нейронной сети рекуррентной, вот она здесь обозначена, которая получает на вход эти наши эмбеддинги. Про это как-то особо не говорят, поскольку это вроде как само собой разумеющееся. А к этому можно добавить дополнительно признаки, вычисленные на основе, как бы на уровне character level, то есть на уровне символов, это CNN, вместе с convolution, с конволюцией одномерной. Вот. И последний там компонент — это CRF, conditional random fields, марковские поля, которые ставятся на последний слой и вот облегчают разметку. Сейчас мы поговорим, в общем, об этих компонентах. Да, что хочу сказать, то есть вот, что интересно, вышли две работы параллельно, которые вот описывают практически вот это, для задач как раз, кстати, name identity recognition и post-tagging, независимо друг от друга, вот, примерно в одно время. На самом деле, мне кажется, это такой некий показатель качества, такое иногда бывает, как говорится, когда вот технология созрела, и ее независимо несколько команд открывает почти одинаково, ну, это, конечно, говорит о некой зрелости, о некой зрелости и выдержанности в этой сфере, для этой задачи. Окей. Первое — рекуррентные нейросети. Что такое рекуррентная нейросеть? Рекуррентные нейросети — это такие нейросети, которые содержат в себе обратную связь. Вот. То есть вот есть некая такая, не знаю, какой-то черный ящик А, который попадает на каждый момент времени сигнал вектор X, вот, и он возвращает состояние H, а при этом у него есть обратная связь. Конкретно это используется для разных задач, связанных с обработкой последовательности. То есть это, там, здесь вот как бы варианты, которые, для которых можно использовать рекуррентную нейросеть. Ну, например, можно подать на такую нейросеть некий вектор и дальше заставить ее как бы крутиться, то есть как бы работать внутри себя без новых данных, да, вот по вот этим связям, и генерировать некий выход. То есть там, соотношение one to many, какие-то у меня реминесценции с базами данных. Вот. Но тем не менее, это не имеет отношения. Мы получаем некий входной вектор, генерируем последовательность. Пример — это то, что называется image captioning. То есть мы подаем на нейросеть изображение, а в ответ мы получаем описание. Вот. Если кто-то может придумать еще пример такого, скажите мне. Не знаете? А я тоже не знаю. Ну, в общем, ладно, давайте дальше. Второй вариант — many to one, наоборот. То есть мы подаем на вход некую последовательность, а на выходе берем только последнее значение. Кто-нибудь знает пример такого? Во-первых, подсказано, во-вторых, с первого ряда отвечает, честно. Друзья, еще раз, вот скажите мне, пожалуйста, есть вход последовательность, а на выходе какое-то одно значение, которое нам нужно узнать. Можете придумать задачу для такого? Классификация какая, например? Позитив-негатив. Чего? Эмоции. Хорошо, ладно. Ну, короче, на самом деле любая классификация любых последовательностей, там что угодно, не знаю, видеороликов или, не знаю, аудио, скажем, определить жанр музыки, это такой пример, many to one. Many to many вариант мы подаем, когда мы подаем последовательность и тоже получаем последовательность. У нас как бы здесь на самом деле два таких примера. То есть первый пример, ну, скажем, machine translation может быть, да, то есть вы подаете последовательность слов и получаете там последовательность на другом языке. Вот. Ну, как бы могут быть варианты, на самом деле, здесь, потому что как бы специфика в том, что мы можем либо ограничивать количество входных и выходных данных, то есть говорить о том, что входных должно быть столько же, сколько выходных. Это наш пример тегирования. Мы подаем на вход последовательность токенов, вот, на выходе, точнее, входных токенов, на выходе мы генерируем последовательность тегов. То есть у нас каждому токену соответствует один тег. А второй вариант — это как раз вот вариант с переводом, то есть у нас неограниченный. Вот, ну ладно, короче, это вот то, что очень хорошо делают нейросети рекуррентные. А вот такой суперхит, а именно long short-term memory.
который, не знаю, принято как бы связывать с последними достижениями Deep Learning, хотя он, такая архитектура очень похожа на те, что сейчас используют современные, там, с большими изменениями, она была придумана в 97 году, 21 год назад. Вот. Тем не менее, до сих пор это работает, и ну, так, как бы придумали тысячу новых вариантов, которые чуть-чуть лучше в разных задачах. Тем не менее, ну, чуть-чуть не считается. И вот, с одной стороны, ну, как бы, не знаю, наверное, как называется, no free lunch теорем, да, есть такая фундаментальная теорема, которая говорит о том, что не бывает универсально хорошего алгоритма для всех типов задач. То есть всегда как-то, ну, для каждой задачи есть примерно свой алгоритм. Вот, а если примерно какой, давайте использовать LSTM. Вот. Ну и второе, как бы то, что, ну, не знаю, раскрученность. Просто все знают LSTM, а остальные архитектуры еще нужно очень сильно пиарить. Здесь, похоже, мне кажется, ситуация с маркетингом. Так вот, вот такая кибана. Кому интересно, как это конкретно работает, очень рекомендую. Ну, хотя не знаю. Можете скопировать ссылку, а можете просто набрать LSTM в Гугле, и у нас вам, наверное, это выдаст. Что? Вопрос? В общем, здесь есть блок, который пошагово объясняет, как эта машинерия работает, почему она работает. Вот. То есть там проблема в том, что такие простые рекуррентные сети на основе многословного перцептрона, у них есть проблема vanishing gradients, проблема быстрого забывания. Вот. Здесь вот, ну, как бы, есть такие специальные ухищрения для того, чтобы такая нейросеть могла дольше помнить. Ну и могла забывать то, что ей не нужно. Ну, вот такой мейнстрим. Собственно, но мы используем нейросети, которая называется BLSTM. Что такое B? Это очень, очень простой трюк, который, тем не менее, получил огромную популярность. Смысл его в том, что если мы проводим анализ, точнее, работу с последовательностями не в режиме реального времени, мы можем смотреть их как бы задом наперед. То есть мы можем анализировать от первого элемента к последнему и наоборот от последнего к первому. То есть по сути мы используем две нейронных сети, которые работают параллельно. Одна вперед, другая задом наперед. Вот, и уже дальше, ну, следующее собираем, то есть конкатенируем выходы и, ну, используем такие два подхода. То есть это обычно дает небольшое, но тем не менее улучшение качества. Окей. Значит, теперь второй компонент, о котором можно поговорить. CNN. Что такое CNN? Это попытка использовать информацию на уровне символов, на уровне character level. Вот. То есть вот у нас такие стандартные уже токены word embeddings, они вычислены для слов. Вот. Давайте попробуем добавить информацию, в общем, ну, как бы анализировать символы, последовательности символов. Когда это полезно? Это полезно прежде всего тогда, когда у нас появляются слова, которых нет в словаре. Ну, то есть просто вот, допустим, есть слова с небольшими ошибками. То есть не поверите, несмотря на то, что там word embeddings — довольно уже такие большие файлы, там сотни тысяч этих векторов, тем не менее находятся на реальных текстах, ну, когда человек чуть-чуть там одну букву ошибается, вот, и уже все, уже нет никакого эмбеддинга. Для этого случая можно вычислять, тренировать такие вот свои уже эмбеддинги для символов. Как это работает? Это работает так, что мы сначала берем некое слово, playing, разбиваем его на символы. Далее каждому символу мы присваиваем некий char embedding, то есть некий вектор, там, размерности 25, рандомный. В отличие от word embedding, которые могут быть тысячи, тут там порядка сотни или сколько вот символов, там, включая разные знаки пунктуации, используются. Вот. Есть в словаре. Далее мы стандартизируем такое, нормализуем такую последовательность символов, поскольку мы хотим использовать convolution, вот, то есть дополняем нулями, делаем то, что называется padding. Вот. Делаем операцию свертки 1D, вычисляем последовательность
уже свернутых значений с векторами, ну вот, размера 3. И потом делаем там макс-пулинг, то есть вычисляем максимальное значение для каждого канала такого HR-эмбеддинга. В итоге получаем на выходе для каждого слова, мы получаем выходной вектор, эмбеддинг, ну, какой-то стандартной размерности. То есть здесь на картинке 4, вот 4, 1, 2, 3, 4. В статьях, которые я процитировал по поводу тегирования, там стандартный размер 25 порядка. Вот. Вопрос, можно ли здесь использовать рекуррентную нейросеть вместо такой вот машинерии и конволюции 1D? Как вы думаете на уровне символов? Вопрос без подвоха. Нет. Почему нет? Эти все ухищрения именно потому, что она что-то плохо работает. Да. Поясните свою мысль, почему это плохо может плохо работать? Как кодировать эти символы? То есть это самый первый вопрос, да? То есть нужна какая-то репрезентация для них. One-hot encoding. У нас небольшая размерность. Да, one-hot encoding работает, и, в принципе, многие люди, включая Ликуна, успешно их использовали как CNR, в качестве input для CNR. Но на самом деле эмбеддинги всегда имеют одно важное преимущество. Они позволяют дополнительно кодировать какие-то знания о задачах в процессе конвертации текста в это как часть нейросети пока. Окей. Нет, спасибо, да, за мнение. Мне кажется, вот в таких вещах, как конструкции правильных ответов не бывает. Ну, почти не бывает. Тут некие, как говорится, не знаю, вот я своим студентам говорю, когда они говорят, можно что-то так сделать или нельзя, я им говорю, что в Украине действует 5 кодексов. Там, уголовный, административный, семейный. Вот. Если ваши действия не нарушают один из них, вы можете все делать. Там, да, возможно, вы потратите время, возможно, у вас не получится, но ничего как бы плохого не получится из этого. Попробовать точно можно. Конкретно для этой задачи есть примеры использования РНН на уровне символов. Они работают чуть хуже. Вот, то есть как бы чуть-чуть хуже. Я, честно говоря, не думал это реализовать, но теперь я подумаю, наверное, можно попробовать. Просто интересно, почему это. Действительно ли это так, ну, хуже работает? Вот, ну, в принципе, можно. То есть, опять же, ну, как минимум, вот указанными кодексами я, конечно, не проверял специально, но я почти уверен, что там такого, ну, нет запрета. Окей, ну хорошо. Значит, мы поговорили о двух частях. Поговорили о word embedding и о character embedding. Последняя штука, которая ворвалась в жизнь NLP-стов, не знаю, в прошлом году или позапрошлом году, да, это такая фишка ставить последним уровнем то, что называется conditional random fields, CRF слой. Вот. Это такая вот машинерия, которая раньше, скажем так, такая теория, основанная на скрытых марковских полях, которая работала в эру до диплёрнинга, до рекуррентных нейросетей. То есть она непосредственно использовалась для задачи тегирования, была вытеснена, вот, а сейчас вошла в симбиоз с ней. То есть как это работает, сейчас не буду рассказывать, но как бы идея заключается, точнее, постановка задачи заключается в том, что вот у нас есть некие входные векторы x, есть выходные векторы, теги в нашем случае, и мы можем задать матрицу с вероятностями переходов между этими тегами, задать функцию потенциала φ, вот, и потом по методу максимального правдоподобия, most likelihood, можем пытаться оценить вот наиболее вероятную последовательность. Вот, наиболее вероятную последовательность среди всех возможных. То есть там, полным перебором это, конечно, сделать нереально. Но тем не менее, можно делать там аппроксимации, самым известным, которое является динамическое программирование, алгоритм Витерби, который вот, как бы находит наиболее максимальную последовательность на каждом шаге. И вот с этой точки зрения вычисляет токен B, иначе как кроме после там, другого токена, другого типа. Там не может быть, допустим, подряд два токена типа B. Ну, вот. Почему у нас есть секвенции из одного?
Ну, если ну, одного типа. Почему? Может быть, только вот так. Ну, вот такие простые вещи, они на самом деле фильтруются этим слоем, и ну, поэтому это работает. Так, у нас остается 10 минут, да? А, окей, значит, я рассказал вам, как это работает. Либо, которые есть, на которые я смотрел, вот есть список. Возвращаясь к моей истории. Когда я начал этим заниматься, у меня было две цели. Первая цель — изучить PyTorch, и вторая — быстренько что-то налобать. Для чего я взял либо вот первую попавшуюся, вот здесь она есть в первом списке, которая реализует такую архитектуру. Ну, то, что я начал изучать PyTorch, это на самом деле очень классно, очень хороший фреймворк, всем советую. Выбор либо был очень неудачный, то есть он годился для того, чтобы за месяц успеть там, попробовать решать задачу, показать там, то, что называется dirty results, то есть грязные результаты. Вот. А большой ошибкой было то, что я потом вот эту всю штуку начал дальше использовать для своих экспериментов. То есть она была действительно очень такая грязная и неаккуратно написана, и я в конце концов не очень не глючил. Вот. Не очень хорошо понимал, как она работает. То есть, возвращаясь как бы, ну, к моему конкретному проекту, чем я сейчас занят, я это все дело переписываю. Планирую где-то, ну, не знаю, в районе месяца закончить и выложить на GitHub вот свою реализацию такой машинерии, более аккуратную, на PyTorch, которую, тем не менее, я полностью понимаю. Вот, если там кому-то интересно, подписывайтесь на мой Facebook, я об этом напишу, не знаю, с какими-то большими картинками. Ну что, ну вот как бы результаты, которые можно добиться такой архитектуры, вот для задач пост-тегинг, пост-инер, они показаны в такой табличке, это state of the art. Они показывают, что как бы, при добавлении новых слоев ситуация улучшается. То есть там качество BLSTM такое, 96, потом добавили CNN, стало 97, 33, добавили CRF, стало еще чуть больше. Вот, ну, здесь как бы вроде как улучшения небольшие, на самом деле они очень большие, потому что это ну, почти близко к 100%. То, что близко к 100%, любое улучшение дается какой-то серьезной кровью. Вот. Вот результаты как бы таких же экспериментов для одной из баз эссе для argument mining. Ну, здесь примерно такая же тенденция просматривается. То есть LSTM плюс CNN плюс CRF, они чемпионы. Multitask learning. Теперь давайте поговорим. Я его использую для этой задачи. Результаты свои я пока что здесь не публикую, потому что они у меня получились все еще как бы грязные. Я их хочу перепроверить и аккуратно еще раз перед тем, как их публиковать. Тем не менее, предварительно у меня получалось. Вот на том самом грязной версии фреймворка или тузы. Что такое multitask learning? Я этот слайд делал уже, по-моему, в 11 вечера, поэтому нет картинки, я буду пояснять, размахивая руками и словесно. Multitask learning — это как бы идея, придуманная в 93 году, благополучно забытая, вот недавно вспомненная в связи с тем, что снова возникла проблема датасетов, вот, а именно попытка компенсировать отсутствие данных, там, того, что датасет маленьким, похожим датасетом. Ну, например, для Computer Vision это история, когда, допустим, вы делаете там, распознавание лиц, у вас есть, допустим, датасет для там, выделения лиц, и у вас есть датасет для определения пола человека, например, тоже какие-то лица. То есть логично, что эти задачи, они примерно одинаковые, ну, похожие, точнее, по направлению, то есть могут быть примерно одна и та же информация, которая используется, одни и те же фичи. Вот. И как это использовать? Ну вот, например, мы можем сделать то, что называется hard parameter sharing, вот, а именно тренировать параллельно две модели, две нейросети, например, у которых первый слой будет суть один и тот же, то, что называется shared, а там, следующий слой будет специфически для конкретно своей проблемы. Вот, то есть мы будем считать, что вот, ну, это поможет нам. Так, в общем, ну, более специфически сейчас я покажу. То есть для своей задачи это помогает, например, если я решаю задачу, не знаю, веб-дискурс, который там свой там, такой вот список тегов, размеченный одними людьми, я могу, во-первых, пытаться подмешивать данные, которые
есть тоже аргумент майнинг, но там другая концепция, другие теги. Вот. Или просто пробовать, не знаю, какие-нибудь данные, там, которые есть, надеюсь, что они помогут. Вот. Повторюсь, как бы сейчас это популярно. В принципе, помогает. Интересно, вот я, к сожалению, не скопировал эту табличку, но вот была интересная табличка датского Копенгагена, это Дания, да, исследователя Изабеллы Аугенштейн, которая приезжала в Грэмерли осенью, рассказывала, вот, она как раз таким занимается. Да, и вот в ее статье там есть такие честные эксперименты использования multitask learning для цепочки задач. Там в половине случаев это помогло, в половине случаев это ухудшило ситуацию. Вот, то есть как бы гарантировать нельзя. Тем не менее, какой-то прирост есть, может быть. Ну, здесь показано, как это работает технически, то есть что у нас вот появляются некие общие производные для первого слоя, которые корректируются в связи, ну, соответственно, целевой функцией. Вот. То, что я, в общем, попробовал дёрти, собираюсь такие это аккуратно реализовать, выложить на GitHub и написать paper. Это все, что я хотел об этом сказать. Вот, у меня есть список литературы, которая относится к проблеме argument mining и тегирования последовательностей. Вот, и я готов слушать ваши вопросы. Вот, также вот мой e-mail, если кто-то хочет мне что-то написать. Спасибо. Всім привіт ще раз. Мене звуть Христина. Всі мене добре чують, бо в мене не такий мікрофон, а петличка. Супер. Мене звуть Христина, я працюю в компанії Grammarly. Саша вже класне опитування зробила. Всі знають, що таке Grammarly, користуються ним. Якщо ви ще не користуєтеся, то в мене є для вас хороша новина. В мене є ваучери на безкоштовний преміум аккаунт. Тому можете після, це така невеличка реклама, можете після того підходити і, ну, я вам обов'язково поділюсь з вами ваучерами. Я ще все-таки коротко розповім, що Grammarly, для тих, хто ще не користується преміумним аккаунтом, Grammarly – це додаток, програма, яка виправляє ваші помилки в англійській мові. Це можуть бути всі помилки, які взагалі ви тільки робите. Пунктуаційні, стилістичні, граматичні, правописні, ну і ще дуже багато іншого. Ну і Grammarly загалом – це вільна програма, вільний, наприклад, додаток в Google Chrome, але в преміумному аккаунті є додаткові стилістичні, багато додаткових стилістичних перевірок. Мене попросили написати, Саша попросила нас вчора ввечері, сьогодні вранці, написати, чим ми займаємося в Grammarly. За 3 роки, поки я там працюю, я вже працювала, ну, ми працюємо над виправленням помилок, і я працювала над виправленням таких помилок, як порядок слів в англійській мові. Я працювала над виправленням присвійних іменників в англійській, над фрагментами, тобто, ну, над фрагментами в реченні. Наприклад, в англійській мові, якщо в українській чи російській ви можете сказати, що пішла пити пиво, то в англійській ви обов'язково маєте додати підмет перед тим, I went to drink a beer. Тому якби це теж помилка в англійській, досить така сильна, і ми її теж виправляємо. Я працювала над різними типами помилок в дієсловах. Зараз ми працюємо над різними перевірками на рівні параграфів, не просто на рівні речення. Я детально розповідати не буду, бо не можна, але more to come. Ось, і ще така маленька якби ремарка. Те, що я роблю в Grammarly, це, ну, це одне, але якби ця вся програма, вона зроблена була здебільшого командою, яка працює в Києві, NLP-шною командою. І, ну, мені здається, що варто відзначити роботу всіх нас. Це далеко не всі, хто працює над продуктом. Ну, і якщо хтось хоче порозважатися, то можете знайти ще одну людину в залі, яка є на цьому фото. Але я швиденько фото переключаю. Значить, поговоримо про моделювання мови. Що таке моделювання мови? Ну, що таке модель мови? Модель мови – це та модель, яка присвоює якісь послідовності слів, ну, якомусь реченню, наприклад, ймовірність. Дуже просто. Подивімось тепер, у яких сферах в NLP нам може бути потрібна якась ймовірність послідовності слів. Перша сфера, яка, в принципі, спадає на думку,
Це передбачення наступного слова, коли ви пишете якісь смски, наприклад, передбачення мови. Всі, якщо ми користуємося з нашими айфонами, то у нас є така прикольна фіча, і ми там можемо клікати там. В принципі, ця фіча, вона, власне, і використовує цю модель мови, вона передбачає після цих слів, яке найімовірніше наступне слово. І, до речі, Стівен Хокінг також використовував в себе такий застосунок, тому що, він, наприклад, там друкував якесь одне слово, і його модель пропонувала йому найімовірніші наступні слова, йому було так набагато легше спілкуватися, тому що так би він дуже довго друкував. Наступна сфера, де застосовується модель мови, це розпізнавання мовлення. Уявіть собі, що в нас є такий запис якогось там, запис якогось тексту, і в нас ми його перевели з мовлення в мову, і в нас є такі три речення. Вийшли такі три речення, ми розпізнали їх так. Скажіть, будь ласка, ви як думаєте, яке найімовірніше тут? Друге, правильно, тому що it's not easy to recognize speech, воно, в принципі, граматично для нас правильне речення, воно змістовне, воно має, позначає щось. А речення такі, як it's not easy to wreck a nice beach, it's not easy to wreck an ice beach, wreck – це там пошкодити, там зіпсувати. Зіпсувати пляж абсолютно не робить, не має ніякого змісту, тому ми знаємо, що воно не є ймовірним. Але комп'ютер цього не знає, і комп'ютерові треба якось сказати, що ні-ні-ні, це не ймовірне речення, а це ймовірніше. Мовні моделі застосовуються і тут. Наступна така тема, де наступна сфера проблема, де застосовується моделювання мови, це, наприклад, визначення, яка ж це мова, там англійська, німецька, польська, португальська. Маючи, наприклад, там 4 тексти, ви можете подивитися на ці тексти, навіть не знаючи жодну з цих мов, прочитати ці тексти, проглянути, які символи зазвичай, які послідовності символів зазвичай зустрічаються в цій мові, і ви вже, маючи якісь тексти, де ви не знаєте, чия це мова, ви вже самостійно зможете визначити, що це там, наприклад, португальська. Так само, в принципі, і ми можемо навчити комп'ютер на різних текстах різних мов, ми можемо його навчити розпізнавати оці послідовності символів і казати нам, коли до нас приходить якийсь величезний шматок тексту, казати нам, якою ж він мовою написаний. Ще інша проблема, де застосовують моделі мови, це, власне, машинний переклад. Це, мабуть, дуже така найпопулярніша тема. Маючи 2 паралельні якісь тексти, ви можете навчити вашу модель, щоб вона розрізняла, наприклад, які структури в англійській мові здебільшого відповідають таким-то структурам в німецькій мові. Це так само тут застосовуються мовні моделі. Наприклад, той ж самий Google Translate, він дуже довго використовував статистичні мовні моделі, зараз використовують величезні нейронні мовні моделі. Розпізнавання рукописного тексту. Це, мабуть, скоріш за все, ця тема стосується, коли ми говоримо про лікарів. В реченні, якщо ми як люди знаємо, що тут в перше речення це написано «My alarm clock did not wake me up this morning», то комп'ютерові важко розпізнати. Він розпізнав там «my alarm», вони якісь однозначні слова. Але наступне слово, воно якесь криво написане, і маючи якийсь такий ймовірнісний розподіл мовної моделі, алгоритм наш визначить, що найкраще тут в контекст підпасує слово «клак». І це буде правильно. Останнє, яке я сьогодні згадаю, але не найлегше і зовсім не найостанніше загалом, це виправлення помилок. Ми в Grammarly також використовуємо мовні моделі. Наприклад, коли ви пишете свій текст,
там чи на телефоні, чи на комп'ютері, ви дуже часто можете зробити якусь механічну помилку. Артем про це сьогодні трошки згадував, змінити якусь одну літеру в одному слові. І це речення вже буде, ну, неправильне граматично, і воно може якось конф'юзити людей, коли вони будуть його читати. І мовна модель просто пройдеться по реченню, подивиться, що ой, тут щось не то, тут вона це не дуже ймовірне у нас речення, тому що тут мало ймовірне якесь слово вживається. Тому я, власне, в виправленні помилок теж використовуються мовні моделі. Крім того, мовні моделі можуть врятувати нашу свинку Вілборна, тому що ймовірніше, що коли він напише «I will work as food», ймовірність, що його приймуть на роботу туди, куди б він хотів, дуже мала. Там треба написати «I will work for food» відака. Гаразд, ми з вами так от прийшлися. По застосунках, де ми можемо використовувати мовне моделювання. Сьогодні я коротко розповім два підходи, які використовують для вирішення цієї проблеми, для побудови цих мовних моделей, статистичні і нейронні. Потім ми з вами ще проглянемо кілька прикладів, як мовні моделі нагенерували мову. Отже, статистичні мовні моделі. Загалом, перед тим, як переходити до будь-якої теми про, ну, чи просто, коли ми говоримо про статистичне, чи про нейронне мовне моделювання, важливо знати, що таке, важливо мати корпус. В NLP корпусом називається, власне, набір текстів. Ну, дуже часто там використовують датасет і так далі. В NLP ми говоримо на це корпус. Я тут просто подала якісь найпопулярніші англійські корпуси. Це просто набір текстів. Вони є в вільному доступі. Якщо ви колись захочете погратися, то вони є. Просто заходите і гуглите оці назви. Я тут подала англійські, але в українській є теж корпуси великі у вільному доступі. Можемо це залишити на питання на пізніше обговорення після доповіді. Гаразд, ми запам'ятали, що таке корпус текстів. Переходимо до моделювання ймовірності речення. Припустімо, що у нас є речення «That monkey made a smart move». Ми не є люди, уявімо собі, що ми як комп'ютер, машина. Ми не знаємо, що це взагалі, ну, наскільки ймовірним для людей є це речення. Маючи якийсь там, от з попереднього слайду, корпус, маючи якийсь там набір вже тексту, ми можемо припустити, що а давайте ми порахуємо, скільки разів це речення в нас зустрічалося в нашому корпусі, і просто поділимо цю кількість на нашу кількість речень в корпусі. Але це насправді не буде дуже розумно. Хто мені підкаже, чому це не надто розумно? Так? Молодець, чудово, так. Мала ймовірність, що саме це речення зустрінеться. Ну, по-перше, ми можемо там замість that monkey написати the monkey, ну, і це вже буде якби нульова ймовірність. Тому для присвоєння ймовірності ми можемо попробувати порахувати збірну ймовірність за допомогою ланцюжкового правила. Ланцюжкове правило, розберімо цю формулу. Ланцюжкове правило нам каже, що аби знайти ймовірність послідовності x1, x2 і аж до xn, нам потрібно знайти добуток умовних ймовірностей кожного слова. Умовна ймовірність кожного слова, тобто умовою цієї ймовірності кожного слова є всі попередні слова, які перед тим зустрічалися. Зараз поглянемо на прикладі. Я знаю, що тут є статистики, так що вам мало би це бути легше. Ну і, власне, якщо ми глянемо на наше речення «That monkey made a smart move», ще такий момент, що ось ці символи «S» в дужках на початку і в кінці використовуються з практичних цілей в NLP, аби позначати початок і кінець речення. Отже, маючи, власне, ну, цю формулу, як би ми побудували добуток, ну, та, як би ми побудували добуток умовних ймовірностей. Я вам скажу перший множник, а ви мені потім допоможете. Отже, першою умовною ймовірністю в нас буде те, що слово that
вживалося за умови, що перед ним йшло оце псевдослово «початок речення». Яким буде другий множник в цьому добутку? З першого ряду не підказуйте. За умови, що перед цим було Z і? Yes. Чудово. Далі в нас який буде множник? Made. Продовжуйте, продовжуйте. Ймовірність того, що made йшло перед, після? Yes. Чудово, чудово. Так. Ну і насправді так далі. І в нас виходить така ковбаса. Я би сказала, що це досі не найефективніший спосіб присвоювати ймовірність реченню в мові. Чому це досі не найефективніший спосіб? Я вам тут трошки підказала. Ще раз? Це один пункт, а другий пункт, який ще хтось підкаже, я тут виділила останній наш множник. Так, те, що ми, по суті, з чого ми починали, як остання умовна ймовірність, це умовна ймовірність того, що речення закінчилося після знаку оклику, після that monkey made a smart move, знак оклику. Ну, це так само, просто така ж сама проблема, як була попередня. І це неефективно, крім того, як сказали ззаді, в деяких з цих великих умовних ймовірностей можуть бути нулі. Гаразд, йдемо далі. Для того, аби, власне, нам не рахувати оці всі довжелезні речення, щоб нам не попадати на якісь такі нулі великих послідовностей слів, ми можемо використати припущення Маркова. Марков це був такий колись статистик жив. Припущення Маркова говорить таке, що ймовірність одного слова залежить тільки від двох, ймовірність однієї події залежить тільки від двох попередніх подій. Якщо ми глянемо на попередній слайд, тут у нас були всі ймовірності всіх попередніх подій від самого початку. Ми йдемо далі, і в нас тільки ми дивимося тільки на дві попередні події. Допоможіть тепер цю формулу, ці множники написати. Хто перший буде? Так, ми оці псевдослова не рахуємо їхньої ймовірності. Ймовірність того, що речення, що це початок речення, це 100%, тому що ми завжди маємо початок речення. Ймовірність Z. Чудово. А далі? Ймовірність марки від S. Добре, чудово. Таким чином ми можемо порахувати, знову ж таки, ми можемо поскладати ці множники, здобути добуток. Ще така, такий момент, що ось це, що я описала, це, в принципі, це, по суті, і є мовною моделлю, це, по суті, і є формулою мовної моделі. Це називається модель Маркова. Модель Маркова другого рівня через те, що, власне, ми дивимося тільки на дві попередні події. Якби ми дивилися на три попередні події, ми б називали це модель Маркова третього рівня і так далі. Чудово, нарешті наша мапочка може бути щаслива і тішитись, що їй присвоїли, що реченню, де про неї згадано, присвоїли велику ймовірність. Але насправді виникає ще одне питання. Виникає питання, ми позбулися оцих великих умовних ймовірностей, але як нам знайти оці, що це взагалі таке, оці умовні ймовірності? Умовна ймовірність, власне, ті множники, які ми на минулому слайді рахували, рахується ось так. Ми беремо частотність нашого всього, всіх три слів, і ділимо її на частотність цих двох слів, які ми вважали за умови. Тоді виходить, що оцю формулу ми би розписали, що кожен з цих множників – це, по суті, ось така математична дія ділення. Виникає, знову ж таки, логічне питання. Добре, в нас є ця математична формула ділення. Ми можемо знайти, нам вже якось логічніше зрозуміти, як будуються моделі Маркова. Але де ми беремо ці частотності? Де ми беремо частотності, на які ми там ділимо і так далі? Пригадайте з першого,
сорі. Пригадайте, з кількох слайдів назад ми говорили про корпус текстів. На цьому великому корпусі текстів ми можемо назбирати частотності цих послідовностей. В NLP ми називаємо ці, ну, загалом ці послідовності називаються n-грамами. N-грами – це просто, власне, ну, n ми можемо заміняти на ту кількість, яку ми хочемо рахувати. Давайте попробуємо позбирати n-грами на реченні «The monkey is eating a banana». Ми можемо позбирати уніграми на цьому реченні. Уніграмами будуть просто окремі токени, окремі слова і знак оклику в кінці. Ми можемо позбирати на них біграми. Біграмами це будуть, власне, там, початок речення «the», «the monkey», «monkey is eating», «eating a» і, тому, і так далі. Ми можемо назбирати на них триграми. Триграми – це, ну, для триграми ми використовуємо два початкові символи з практичних міркувань. От, і ми, власне, можемо назбирати на нашому корпусі триграми. І 4 грами можемо назбирати, і 5 грами. Насправді, здебільшого, майже всі зупиняються на 5 грамах. Просто, ну, я повернусь ще до цього моменту, але 5 грами – це, мабуть, найбільша послідовність, яку ви будете зустрічати, коли будете працювати з NLP. Власне, маючи наш корпус, порозбивавши наш корпус на ось такі от уніграми, біграми і триграми, ми можемо назбирати якусь мінімальну статистику по корпусу. Ми можемо назбирати, ми можемо назбирати статистику, що слово «зе» на початку речення зустрічалося 5000 разів. І зверніть увагу, що наш корпус, нехай це приклад, зверніть увагу, що наш корпус тут, наприклад, складається з 50 000 слів. І наша біграма «зе» на початку вживалась 5000 слів. Тут у нас є там табличка біграм, табличка триграм. Маючи цю табличку, це так само просто ви її запам'ятовуєте. Ну, це, правда, буде дуже величезний ваш TXT-файл, і пошук по ньому треба буде робити розумно. Але, ну, ви запам'ятовуєте ці n-грами, і вони у вас, по суті, там є як назавжди, після того, як ви назбирали на вашому корпусі. І повертаючись, знову ж таки, до нашого... до того, як ми присвоюємо ймовірність реченню, ми можемо сказати, ну, ми можемо попідставляти оці числа з таблички в нашу формулу. Ну, перше, це ми рахували, що ймовірність слова Z перед 2 символами початку. Ми ділимо там кількість зустрічань слова Z з 2 початками на загалом кількість початків корпусу. І, ну, скажімо, Z на початку речення у нас вживалося 1189 разів, а кількість початків в реченні, кількість початків в корпусі – це, по суті, довжина корпусу, тому що кожне речення має початок. Множимо цю ймовірність далі, на наступні ймовірності. І таким чином, перемножуючи всі ці ймовірності, ми отримуємо якусь кінцеву ймовірність речення. Я тут маю, мабуть, ставити якийсь такий смайлик та-дам, тому що це, по суті, і є. Ми з вами щойно побудували ймовірність речення з допомогою умовної моделі. З допомогою умовної моделі Маркова. Але я насправді тут трошки схитрувала, тому що я поставила 3 крапки. Я поставила 3 крапки, а натомість, якщо б ми пішли до третього множника, то ми б побачили таку проблему. Ми б побачили проблему, що that monkey made, нам потрібно поділити частотність триграми that monkey made на частотність біграми that monkey. Але зверніть увагу, що попередня триграма, початок речення that monkey, вживалася тільки 12 разів. Яка в нас взагалі існує ймовірність, що that monkey made вживалося частіше, ніж that monkey на початку речення? Це питання. Ну, насправді... Маленька. Так, насправді дуже-дуже маленька. І виходить, що в нас буде що тут? У нас буде нуль, просто нуль. І чим нам тут загрожує нуль в цьому добутку? Ділити на нуль, ділити на нуль не можна, але якщо ми просто будемо, якщо в нас
знаменник буде там якесь число, але чисельник буде все-таки нуль. Ми весь добуток буде дорівнювати нулю. І це величезна-величезна проблема. Молодець. Величезна проблема, тому що речення в англійській мові, ми з вами, ну, я сподіваюся, всі знають англійську мову, в речення «that monkey made a smart move» граматично правильне, воно цілком змістовне, воно не є там якимось дурницею. І ну, завдання мовного моделу і мови – це присвоювати високу ймовірність реченням, які граматично правильні і змістовні, і присвоювати маленьку ймовірність реченням, які, ну, це якась дурниця написана, або там просто мега багато помилок. Тому, власне, це є однією з великих проблем в статистичному мовному моделюванні. І для цього використовуються різні техніки згладжування. Я можу коротко розповісти про кілька з них, але ну, там просто дуже великі формули і пояснення, і ну, я не встигну це все пояснити. Якщо комусь цікаво, ми можемо знову ж таки це винести на питання. Ну, наприклад, якщо в нас є однією з найпростіших технік згладжування для статистичних мовних моделей, є так звана техніка додати одиницю. Тобто виходить, що ми до всіх біграм, 3 грам, 4 грам, 5 грам, додаємо одиницю. Ми додаємо одиницю і до тих n-грам, які зустрічалися у нас в корпусі, і до тих n-грам, які ніколи не зустрічалися у нас в корпусі. Тобто ми якусь вагу малесеньку, але таки даємо цим n-грамам. Додати k – це така ж сама, якби, така ж сама логіка, просто замість одиниці там додають якусь k-кількість. Ось, на цьому я зупинюсь і пройду до наступного слайду. Так, тут я хочу поговорити про проблеми статистичного мовного моделювання. Першою проблемою є те, що такі мовні моделі, вони не узагальнюють мову. Ну, це, по суті, знову ж таки, трошки торкається проблеми нулів. Якщо в нас зустрічалися в корпусі біграма red car, blue car, black car, тому що це досить часті кольори в машинах, то purple car зустрічалася, ну, мало ймовірно, що вона зустрічалася, колір цієї машини в нашому корпусі, це біграма. Отже, виходить, що ми знову ж таки будемо присвоювати це нулю, там трошки згладимо, додамо якусь малесеньку ймовірність для цієї біграми, але ну, ця біграма, вона все одно ну, для людей це досить зрозуміла біграма, та, досить зрозуміла послідовність слів, і це неправильно давати цій зрозумілій послідовності слів лише таку маленьку ймовірність. Оці всі техніки згладжування, про які я говорила, вони всі досить складні, і їх всіх треба писати вручну. Там якби, треба налаштовувати параметри для кожної техніки згладжування вручну, це абсолютно неефективно. Насправді, коли я казала, що Марков припускав, що одна подія залежить тільки від двох попередніх подій, це неправда. Марков був неправий. Тому що в англійській мові є такі речення, як «That monkey, which I told you about, was also sitting on my car». Це абсолютно правильне, ймовірне речення в англійській мові. Але з нашими п'ятиграмами ми ніколи не отримаємо інформацію, що was якось стосується манки. І в таких задачах мовного моделювання, як, наприклад, text generation, генерація тексту, ми будемо генерувати, ну, якщо зі статистичним методом, ми будемо генерувати нашу мову. Ми загенеруємо це which I told you about, і тут ми скажемо where, тому що ми ніколи не будемо знати, що перед тим йшло monkey, а не monkeys. Ну і це одна з проблем, то що довгі залежності в мові моделі Маркова не бачать. І остання, але дуже важлива проблема в статистичних мовних моделях – це те, що, власне, коли я згадувала, що ми найбільше, ми рахуємо тільки п'ятиграми на корпусі, ця проблема стосується ось того, що я сказала. Рахувати шестиграми надзвичайно складно, обчислювально складно. Складність цього алгоритму, аби порахувати n-грами, вона
поліноміальна, тобто вона зростає поліноміально. Якщо ми маємо наш корпус, із корпусу ми взяли, ну так, з корпусу ми порахували, скільки в нас взагалі слів у корпусі. І нехай ця кількість слів у нас буде V. Щоб порахувати біграми, складність алгоритму буде V в квадраті, триграми V в третій степені і так далі. Порахувати, ну і є дуже величезна різниця в обчислювальній силі, в часі, аби порахувати між тим, щоб порахувати п'ятиграми і шестиграми. Ну і, власне, це зовсім неефективно. От, вчора мені мій колега, коли я про це розповідала, тренувалася, розповідав, що він десь відкопував якийсь алгоритм і дивився, які там дані були, і дивився, що люди, коли писали там якісь алгоритми, вони використали дев'ятиграми. Ну, так, це було так здивовано, але дуже рідкісний випадок. Дев'ятиграми рахувати надзвичайно складно і неефективно. Гаразд, ми з вами пройшлися по таких методах моделювання мови, як статистичного методу. Там насправді нічого складного не було. Перейдімо тепер до нейронного мовного моделювання. Артем чи Саша вже запитували, хто тут займається НЛП? Підніміть, будь ласка, ще раз руку, хто займається НЛП? Ага. Мені здається, що стало більше. Хто займається НЛП з діплернінгом, власне, пише нейронки? Та, ну, тут ще менше насправді. Ну, дивіться, Артем дуже кльово. Я взагалі на його доповіді сиділа, аж не могла заспокоїтись. У нього була дуже гарна доповідь. Я постараюся тут. А, окей, а хто не з НЛП працює, а працює просто, знаєш, що таке нейронки, працює з нейронками? 3, 4, 5, 4, 10, 12, 13. Окей, я постараюся якби трошки базовіше розповісти, що таке нейронки, як вони працюють і як вони працюють загалом з мовою. Значить, в мене ця картинка легша, ніж була в Артема. Давайте ми просто проглянемося і коротко, і так, базово пройдемося, зрозуміємо, що таке наші ці квадратики, що таке ось ці стрілочки, оця стрілочка і так далі. Значить, базовою одиницею нейронних мереж є обчислювальний юніт, або нейроном називають. В кожному нейроні відбуваються певні математичні операції, точніше, множення матриць. Матриці просто величезні, і через то, власне, тренування нейронних мереж, оце перемноження матриць, займає багато часу. І в кожному з цих маленьких квадратиків, оцих маленьких нейронів, відбувається таке множення оцих величезних матриць. Значить, ми почнемо з цього нейрона в правому нижньому кутку, подаємо сюди наше слово, множимо, робимо якісь математичні операції, множимо матриці. Результуючи цю матрицю, ми передаємо знову в якийсь нейрон, там відбуваються ще одні математичні операції. І ось цю результуючу матрицю ми можемо з нею зробити дві речі. Ми можемо її подати сюди, наверх по стрілочці, і таким чином результатом цього нейрона в нас буде ймовірнісний розподіл того, яке слово в нас має вживатися після цього першого слова. Тобто, по суті, ми, пройшовши по цих, перемноживши матриці по цих нейронах, ми здобудемо якесь найімовірніше слово наступне після цього what. Крім того, результуючу матрицю з цього нейрона ми передаємо в наступну матрицю, в наступний нейрон, оцей зелененький. Цей зелененький другий нейрон бере друге наше слово, бере оцю матрицю з цього нейрона, він бере їх тут і знову перемножає, знову відбуваються якісь математичні операції, і в нас вже є друга результуюча матриця, з допомогою якої ми знову ж таки або передбачаємо ще наступне слово, або, ну, не те, що або, а ми передбачаємо наступне, можемо передбачити наступне слово, і так само передаємо цю результуючу матрицю в наступний нейрон. Таким чином, ми, власне, перемножуючи всі ці матриці, ми зберігаємо інформацію з першого, з другого, з третього нейрона, і передаємо її далі. На кожному кроці ми можемо передбачати якесь найімовірніше слово, яке в нас мало йти після what, в нас може йти is, після what is в нас може йти
the, після what is the, в нас може йти problem і тому подібне, і так далі. Залишається питання, скоріш за все, ви мали би це зрозуміти з лекції Артема, але давайте я перепитаю. Я тут говорю про множення матриць, я говорю тут про математичні операції. Як працювати зі словами в наших нейронках? Як працювати зі словом, одним з текстом? Текст і математичні операції. Ті, хто знає, не кажіть, а ті, хто, може, не знав, але зрозумів з Артема лекції, можете казати. Дивіться, дуже довго... Оля промовчала. Дуже довго і зараз часто використовують one-hot embeddingи, one-hot encodingи. Значить, уявімо собі, що у вас є, знову ж таки, ваш корпус з кількості слів V там, чи N. Уявімо V, я вже звикла до V. Це буде ваш словник. Він так називається vocabulary, це частотний термін, звикайте до термінів. От, і ми можемо всі слова в цьому словнику V закодувати в довжелезні вектори довжиною V, де всюди будуть нулі, і тільки одне слово, точніше, тільки один елемент вектора буде одиничка. І цей, власне, вектор буде позначати ваше слово. Це розріджені вектори називаються. І, власне, ми можемо в такому математичному форматі, ми можемо, або Артем згадував про word embedding, це вже більші такі вектори з семантичною якоюсь інформацією. Маючи таке математичне представлення слова, кожного слова, ми можемо подавати їх в нашу нейронку, в наші ці нейрони, і абсолютно спокійно там відбуваються ті ж самі математичні операції, і абсолютно спокійно проходить тренування нейронної мережі. Якщо повернутися до проблеми, які були в статистичних мовних моделях, то нейронні мережі, майже всі ці моделі проблеми вирішують. Вони узагальнюють. А якщо статистичні мовні моделі, вони так напряму йшли, там не було в нас purple, то й не буде. Але враховуючи, що в нас, завдяки тому, що ми дивимося в нейронних мережах на контекст, нейронні мережі краще узагальнюють те, що якщо red, blue і black вживались в одному контексті, і вони дивляться також, purple вжилося в такому ж самому контексті, як red, blue і black. Воно точно має мати високу ймовірність, воно не має мати низьку ймовірність, чи взагалі там нуль. Враховуючи, що в нас перемноження матриць, вони вже мають формули, та нам не треба з вами... І враховуючи те, що в нас ніколи, по суті, не буде по нулях, там все-таки якась маленька, але така ймовірність буде, нам не треба з вами вручну виписувати ці довжелезні техніки згладжування. Це робота дурних. Вони завдяки тому, що один нейрон передає свою інформацію наступному нейрону, той передає її наступному, нейронні мережі конкретно для... мовного моделювання вже зараз використовуються тільки рекурентні нейронні мережі, LSTM-ки, які згадував Артем, то ці нейронні мережі, вони запам'ятовують оці довгі зв'язки, запам'ятовують інформацію, що якщо тут йшло манки, то нам треба використати was anywhere. І враховуючи, що ми тут ніяких n-грам не рахуємо, ми не збираємо ніякої попередньої інформації на корпусі, нам не треба рахувати ці n-грами, і складності тут взагалі ніякої нема. Є інші проблеми. Проблеми, наприклад, такі, що це узагальнення, про яке я казала, що нейронки супермолодці, вони таки мають тут недоліки, тому що якщо brown horse, white horse і black horse – це супер, ймовірні послідовності в реченні, то якщо ми скажемо purple horse – це неймовірна послідовність в реченні. Якщо ми скажемо green horse – це теж неправильно. Тому, власне, це одне з таких недоліків нейронок, але і вони вже зараз насправді вирішуються. Нейронки, аби натренувати хорошу мовну модель з нейронним способом, нам треба кілька ітерацій довгих. Ми там кинули нейронку натренувати, вона кілька днів там
чи якийсь час ви не тренувалися, ми переглядаємо, які там результати, чи вони хороші, чи ні. Тому якби, ну, це набагато довший час займає, аби отримати хорошу мовну модель. І вони насправді дуже дорогі. Оце множення матриць, про яке ми казали, воно краще їх вирішувати на GPU-шках, на Graphical Processing Unit, тому що ну, це, власне, та обчислювальна сила, яка робилась для того, аби множити матриці. І, ну, одним словом, вони набагато швидше виконують ці операції, але вони дуже дорогі. Вони коштують, ну, там, достатньо там, на день чи на годину, щоб ви собі взяли. А з іншого боку, якщо вам дозволяє ваш гаманець чи гаманець вашої компанії, то ви абсолютно спокійно можете використати нейронні мережі для тренування мовної моделі і таким чином вирішити проблему, яка у вас є. А наступне, що я хотіла ще сказати, а можемо це обговорити, в принципі, на питаннях. Я так собі готую питання назад, щоб точно хтось щось запитав. Так, ми можемо поговорити про те, якби, що використовується і що краще є, ну, власне, там, за метриками якимись, за якимись порівняльними результатами, чи нейронки, чи статистичні методи. Говорити зараз чи поговоримо потім? Зараз. Зараз. А хтось більше ще хоче чи ні? Ну, окей. Давайте зараз. Ну, насправді, я оце якраз щойно переглядала статтю за квітень 2018 року, і в статті там люди вирішували проблему машинного перекладу. І вони порівнювали результати статистичного машинного перекладу з, власне, нейронними моделями. Це був не переклад, а це було виправлення помилок. Вони порівнювали, як статистичні моделі виправляють помилки, і як нейронні моделі виправляють помилки. І насправді результати там всього лиш різнилися на піввідсотка. На піввідсотка там якоїсь метрики нашої. І це був квітень 2018 року, за 4 місяці, ну, скоріше, може, щось змінилося, там, може, хтось і краще не тренував. Але якщо глянути реально на цю проблему, піввідсотка в якості, в індустрії, насправді, ну, Артем дуже гарно про це розповів, що в індустрії ніхто не буде змінювати якісь свої процеси, аби там натренувати нову нейронку, бо вона там набагато краща. Вони будуть використовувати свою стару, стабільну статистичну мовну мережу, статистичну мовну модель, тому що, ну, вона стабільна, вона дає дуже хороші результати. На піввідсотка, 1-2% гірше. Ну, але ок, але, ну, бізнес працює, це ж все гаразд. От, тому якби, ну, це, власне, на проблемі виправлення помилок були ці результати. Ось, стосовно того, там, ну, насправді вже всі, якщо там дивитися за пейперами, всі результати нейронні мережі краще працюють за статистичні мовні, нейронні мовні моделі, працюють краще за статистичні мовні моделі, ну, і це якби доведено, але працювати з ними чи ні, це якби, ну, в принципі, питання таке. Я б не сказала, що точно можна використовувати нейронні мовні моделі. Одне з моїх таких завдань, ну, не завдань, я дуже би хотіла, ну, хто ще не знав і не працював з NLP, але там хоче попрацювати. Артем кидав кльові ссылки на те, ну, кльові посилання на різні архітектури, на різний код тренування там своїх мовних моделей. Я тут даю три посилання, ті, з якими я так трошки більш-менш знайома. Перше – це наша, це статистична мовна модель. Вона, власне, там не тільки код доступний, там, власне, доступна і мовна модель, здається. І, ну, якби, вона працює дуже кльово, і зазвичай її згадують в багатьох пейперах, на багатьох мітапах, конфах. Ну, принаймні, можете з нею познайомитися. Щоб не тренувати якісь свої нейронні мовні моделі, ви можете використати або код, доступний від компанії Salesforce. Вони натренували досить кльові мовні моделі. Вони там дали код, доступний для тренування і на словах, і на символах. Пам'ятаєте, коли я говорила про проблему language identification, я говорила, що ми там порівнюємо послідовність символів в англійській і португальській, наприклад. Ну, і от Salesforce вони натренували на рівні символів.
І є ще просто проста РННка для, ну, якщо ця LSTM-ка, вона така, це трохи складніша архітектура, то ось ця проста РННка, ну, зовсім проста, якби, якщо ви знаєте якісь основи діплернінгу, ну, нейронних мереж, то вам буде легше розібратися з нею. І наостанок я хочу ще розповісти, я хочу подати вам кілька прикладів того, як мовні моделі працюють, як вони генерують тексти. Ці приклади я взяла зі статті, яку написав Андрей Карпати в 2015 році. Хто знає, хто такий Андрей Карпати? Чудово. Хто його читав, його статтю цю з РННками? Добре. Ну, кілька людей. Більшість не читали. Ну, якби, мені подобається те, як пише свої статті Карпати, просто тому, що він дуже в такому грайливому тоні подає, і для нього все це така, як дуже сильна пристрасть, і я сама така запалююся ідеями, коли читаю його статті. Він бавився з рекурентними нейронними мережами у 2015 році, досі бавиться, і він описував, чому вони дуже кльові. І він вирішив кілька завдань з ними. Він взяв якийсь корпус дитячих імен і взяв і натренував нейронку, аби вона сама генерувала імена дітей, для дітей. І ці імена вийшли такі, як Алеся, Марін, Христіна, Хай і Седі. Якщо б ми, ну, уявіть собі просто, що це не людина писала і придумувала імена, це придумав комп'ютер, просто символ за символом нагенерував такі імена. І це абсолютно, ну, як мені здається, що ці імена, як Олеся і Христіна, ну, це дуже схоже взагалі на моє ім'я, що це абсолютно ймовірні імена, і тут нейронка спрацювала дуже-дуже кльово. Якщо на таких більш-менш менших послідовностях вона працює кльово, то коли взяти «Війна і мир» Льва Толстого, його листямка нагенерувала такі результати. «Why do you want that day?» – replied Natasha, and wishing to himself the fact that the princess, Princess Mary, was easier, fat it had of in head of often him. Ну, і тут наступне речення теж не надто змістовне, ну, якби, ми можемо побачити, що все-таки проблема генерації текстів, вона ще не вирішена, і генерувати якісь змістовні тексти, це, мабуть, було ваше питання, так? Генерувати якісь змістовні тексти, це ще дуже-дуже складно, але мене, ну, наприклад, дуже кльово, дивіться, що вона нагенерувала якусь цитату, правильно поставила кому, і після того поставила правильне дієслово, там, replied. Ну, насправді, це такі речі, які там ти дивишся і думаєш, от, класно. Ще така штука, що тут, наприклад, не генерувалося правильно там два дієслова, які там в правильних часових формах одне за одним стоять. Ну, якби такі речі нейронка вже вчить. Ось. І ще один приклад, який він подав в своїй статті, це приклад, коли він взяв всі твори Шекспіра і нагенерував в ньому текст. Ну, тут взагалі ну, мало що зрозуміло, там якийсь там пандар рус каже: «Alas, I think he shall become approached and the day when little rain would be attained into being never fed» і так далі. Ну, якщо чесно, я би подумала, може, і би подумала, що це написав Шекспір, просто через те, що Шекспір так, ну, дивно писав. От. Ну так, 500 років тому все нормально. Ну і таке, щоб повністю порозважати вас. Нейронним мережам можна генерувати не тільки текст, їм можна генерувати код. І тому Андрей Карпати взяв серцевий код Linux-а, нагенерував, нагодував нейронну мережу, і в результаті в нас вийшов такий код. Якщо хто пише на C? Одним словом, ви можете побачити, що, ну, якби, код, в принципі, нічого хорошого тут не робить, але якби штука така, що нейронна мережа вивчила, що спочатку ми там назву функції пишемо, потім ми там, ну, івку вона правильно написала, вона проставляла всі індентейшени правильно, навіть коментарі якісь підписала. В кінці вона навіть написала return. Ну, якби, все нормально, вона шарить, що треба щось повертати з функції.
как переменную не определила и метки для GoTo в тексте нет. Ну, ну, бачите, ще, ще не навчилася. Интересно, что в цикле I она использовала, ну, тем не менее, некорректно, но в пределах цикла использует переменную, которую сама же и объявила, поэтому все нормально. Ну, ошибки оно не выдаст, но... А ви вже прям скомпілювали в себе в голові, так? Так. Ну, я дуже раджу тим, хто ще не читали, не мали ті, та, не працювали з рененками, дуже раджу почитати його статтю. Вона тут внизу, вона буде на слайдах, Саша все скинеть. От, це насправді кінець, але перед тим, як закінчувати, я ще би хотіла розповісти про кілька цікавих ресурсів, ну, з якими я читала і готувалася. Ну, перші три ресурси, вони розповідають про статистичне мовне моделювання, воно класичне, воно вже всюди достатньо добре описане. Ці три ресурси, вам би мали, якби, вам би їх мало вистачити. Інша цікава, та, це четверте посилання, це таке ж саме посилання, як Вертема. І п'яте посилання, це книжка, я насправді кайфую від цієї книжки. Книжку написав ізраїльський ресерчер, який зараз викладає і працює в Ізраїльському університеті, Йоав Голдберг, він її написав у 2017 році. І те, як він, це, ну, називається Neural Networks, Neural Network Method for NLP, він сам NLP-ст, точніше, він недавно почав займатися NLP, і він насправді дуже-дуже, от як Карпати, він так само в такому ж самому грайливому тоні, дуже такому простому, подає різні матеріали і вчиться воно, ну, запам'ятовується, засвоюється воно якось дуже легко. Мені дуже подобається, як він це описує. Тому, власне, про мовне моделювання можна почитати ці розділи. Вони мені дуже подобаються. От. Ну і це все. Якщо у вас є питання, то можете задавати. Меня зовут Максим Диаченко, я руковожу двумя компаниями на сегодняшний день. Одна из них — это XOresearch, как Саша уже сказала. Она занимается в основном, то есть самый большой проект — это кардио-AI. Это абсолютно автоматическая обработка электрокардиограмм, и это полный цикл. То есть на сегодняшний день тот продукт, который выходит сейчас на рынок, он... То есть врач на выход, даже неквалифицированный медицинский персонал, получает в принципе готовую интерпретацию, по которой можно какие-то бизнес-решения принимать. И это действительно, это очень долгий проект, то есть 2 года он длится, и еще будет длиться непонятно сколько. Вот, но мы стараемся, бежим со всех ног. Он очень клево выглядит, поэтому обычно у всех вызывает положительные эмоции. Ну, сегодня я буду говорить о другом проекте, на самом деле. То есть немножко о моем бэкграунде. Я был гейм-девелопером, то есть года в 22 я сделал свою первую компанию, которая делала компьютерные игры. У нас ничего по бизнесу такого очень супер прибыльного не получилось. Я работал потом в Crytek, в Ubisoft. И решил в какой-то момент, году в 12-м я первый раз увидел нейронные сети, влюбился в них, и после этого занимаюсь на самом деле только ими. И в перерывах между руководством своими компаниями. Да, так. Окей, то есть на самом деле тема сегодняшнего разговора от меня — это... такая платформа, которую мы строим, это другой проект, другая компания, но мы вот вашу боль, которую вы испытываете, ну, скажем так, если зал условно сейчас разделить на две части, на тех, кто очень профессионально занимается, и тех, кто вообще там только начинает или там хочет как-то поэкспериментировать с нейронными сетями, но все это сложно, сложно, сложно. У нас был такой вижен. Кто видел вот такие платформы, как Azure ML или Microsoft? Ну, все вот, все видели, да? То есть, в принципе, идея очень простая. Вы берете какие-то блочки, да, соединяете их между собой, и у вас получается какая-то модель. Но когда я первый раз увидел Azure ML Studio, я подумал, боже, это же супер, концепт вообще идеальный.
А потом я начал, попытался с ней поработать и понял, что это просто игрушка, которая, ну, несерьезная. То есть там построить в ней какую-то серьезную нейронную сеть, это невероятных размеров хэссл, и как потом это поддерживать, вообще невероятно. Вот, и поэтому, но сама концепция таких блоков, она очень удобна, потому что по факту это просто как маленькие функции, да, которые вы можете от проекта к проекту еще раз использовать. Вы один раз его написали и потом постоянно используете. Вы, на самом деле, все, кто пишут там так или иначе, пытаются собирать нейронные сети в Python, вы так же само поступаете, да, вы создаете кучу маленьких функций, потом, которые вызываете в какой-то последовательности, строите там свой граф динамически, как в PyTorch, или статически, как в TensorFlow, это не важно. И по факту это просто граф. И этот концепт мне настолько приглянулся, что мы решили строить прям целую платформу вокруг этого. Ну и я не был бы Максом, да, если бы не напедалил туда все, что пришло в голову. Соответственно, то есть эта платформа, она в базисе, я пару высокоуровневых концептов, то есть для тех, кто ничего не умеет делать в нейронных сетях, она позволяет копикатить чужую работу. То есть вы можете просто взять чужую сеть, которая хорошо работает, и что-то в ней реально поменять. Я потом чуть позже покажу, там, как выглядит этот граф примерно. Для тех, кто профессионально работает с deep learning моделями, это такой повседневный инструмент работы с ними. То есть это просто профессиональная тулза для deep learning. Но у нее ряд интересных вещей концептуально в них заложен. То есть первое — это collaborative development, то есть вы можете одновременно в несколько людей редактировать свою модель или там ее разные версии, и это работает, как ни удивительно. Вторая вещь важная — это, собственно, то, что эти компоненты, эти функции, которые вы уже один раз написали, кто-то за вас их потестил, может быть, даже, они reusable, то есть вы можете их использовать и не заботиться о том, чтобы проверить, что это работает. Потому что на самом деле это отнимает львиную часть времени, когда ты хочешь что-то попробовать. Нейронная сеть не тренируется там за минуты, то есть обычно это какие-то часы, иногда дни. И очень часто хотелось бы опираться на какой-то сет компонентов, которые всегда работают, а не сидеть и думать, боже, а что же в этом случае не заработало. И это очень сильно, на самом деле, снижает косты разработки, потому что, ну, все компании, которые так или иначе пытаются пилить deep learning проекты, у всех появляется какая-то своя data science library, что-нибудь такое. Все абсолютно, все пилят огромные библиотеки, в которых там миллион лосс функций, там какие-то резнеты такие. Но проблема этого кодбейза заключается в том, что как это использовать, понимает там 1-2 человека в компании, которые это все напедалили. Любой другой человек, вменяемый, открывает этот код, смотрит на него и пишет все с нуля. Все это связано с тем, что на самом деле, так как это обычно маленькие строительные блочки, собрать их во что-то вменяемое, вам нужен пример. Более того, вам нужен не просто пример, вам нужен работающий пример. То есть тот пример, который вы можете запустить еще раз и получить тот же самый результат, который вы хотели бы повторить и уже поверх него что-то делать. И вот этот вот reuse, который мы заложили изначально, он нацелен именно на решение этой проблемы. То есть я могу просто откатиться на какую-то модель, посмотреть ее результаты, взять ее как базис и продолжать с нее, вне зависимости от того, сколько версий этой же модели у меня есть в репозитории. Это на самом деле очень практично и удобно, так это и задумывалось. Соответственно, веду я к тому, что появляется определенный вершенинг, да, у вас на каждую модель, на каждую ветку разработки у вас есть версии, и у вас эти версии есть не только на структурные, на модели, но и на ваши датасеты, что тоже важно на самом деле, ну и ваши ноутбуки, куда же без них. И последний такой важный нюанс — это, ну, такая боль ежедневная, когда все, у кого там в компании больше одного ГПУ, все знают, что, ну, реально вот поделить
их невозможно, потому что я хочу поставить что-то там. Ну, то есть все сотрудники, все так или иначе хотят что-то посчитать, и единственный способ это делать, это выдавать каждому там 2 ГПУ под стол, и все, никаких других вариантов нет. То есть если у вас где-то там есть на AWS, вы арендуете инстансы, или вы где-то в стоечке у вас там стоит по 8 ГПУ машинки, это все не важно, то есть это в любом случае борьба за эти вычислительные ресурсы, она постоянная. Кто-то хочет, кто-то говорит, у меня проект очень важен, все разойдитесь, оставьте, пожалуйста, оставьте там 2 ГПУ, я их еще попробую там на кое-что. Ну и это вот, такой, вот такая проблема, и мы решили ее... Мы решили с ней бороться вообще фундаментально, то есть мы просто ввели понятие тасков, да, то есть ты когда ставишь модель на тренировку, ты просто запускаешь таск, устанавливаешь ему приоритет. Очевидно, есть какой-то менеджер, который сидит и может в ручном режиме приоритет этих задач менять, да, для того, чтобы мы действительно там по бизнесу приблизились к решению нашей задачи. Потому что очень часто, то есть нормальная ситуация, когда я в воскресенье там в обед открываю считалку и вижу, что там какие-то там локосеты считаются, еще какая-то хрень, то есть вообще не относящаяся ни к чему. Хотя мне надо выкатить вот в воскресенье, там в понедельник, мне надо выкатить уже модель, которая нужна по бизнесу. И это такая вот большая проблема на самом деле, и мы вот решили ее решать фундаментально. То есть примерно вот так выглядит сама работа повседневная, да, ну это... Я сразу оговорюсь, на сегодняшний день это так или иначе альфа-версия, да, и мы продолжаем очень упорно работать над тем, чтобы она стала реальностью, поэтому многое из того, что я говорю, либо работает не так, как я говорю, либо иногда местами вообще не работает. Ну, это разработка, тут ничего не сделать. Мы реально бежим, стараемся, но, то есть, графическая модель в данном случае выглядит просто как сваренные функции, да? Там между ними есть соединения, есть выходы, есть входы. И, соответственно, для того, чтобы собрать модель, вы просто эти функции между собой связываете. Все очень просто. Эти блоки, ну, тут не самая лучшая визуализация, это все программер's art, пока еще поэтому не было дизайн-пасса, поэтому это такой, я вам показываю, так сказать, со стола разработчика. Но сам по себе этот концепт, он, я повторюсь, он нацелен именно на то, что я просто, мне нравится какая-то модель, я не знаю, я хочу попробовать какую-то там новый тип RNN-очки, я просто взял чье-то, Ctrl-C, Ctrl-V, и в графическом виде и смотрю, что же за граф на самом деле, я имею в виду концептуально, что же за граф я строю. То есть мы это называем Visual Driven Development, и это такой, не, это получается некий такой гибрид между стеной текста, с которой вы привыкли работать, и таким высокоуровневым концептуальным построением, то есть где вы, располагая свои блоки каким-то образом, и управляя их размерами и их названиями, вы таким образом можете структурировать высокоуровнево, что же на самом деле происходит в вашей модели. А внизу код по-прежнему, ну то есть в данном случае у нас сейчас backend TensorFlow, и он был выбран не случайно на PyTorch. Скажем так, нет никакого смысла переводить, наверное, production модели на PyTorch, потому что PyTorch это пока что инструмент все-таки больше экспериментальный, скажем, нацеленный на ресерчеров, потому что с ним на самом деле намного удобнее работать day by day. Вы можете остановить модель в любом месте и хотя бы просто посмотреть, что там вообще внутри. Но если вы потом попытаетесь PyTorch модель развернуть где-нибудь на мобильном устройстве, удачи вам. Поэтому TensorFlow как бэкэнд был выбран, исходя именно из этих соображений. В нем есть и JIT, и XLA, все есть, все очень хорошо, все это очень хорошо работает. А в конце концов, PyTorch код потом можно автогенератором перегнать TensorFlow, в случае с чего. Да, то есть, поэтому, зная об этой проблеме, мы изначально заложили архитектурно возможность остановить выполнение сети в любой точке. То есть, я могу просто выбрать один из коннектов, это по факту тензоры. То есть, каждая стрелочка — это просто тензор, который переходит из одного компонента в другой. Я могу выбрать этот тензор и посмотреть его контент.
То есть, что происходит просто в этот момент, когда я это делаю, у меня просто в сеть вставляется вызов дебаггера, который считывает то, что я хотел посмотреть, и сеть дальше продолжает считаться на полной скорости, потому что это очень важно. Если вы попытаетесь TensorFlow подебажить чего-нибудь, вы увидите, что на самом деле ваши модели начинают тренироваться не дни, а месяца. Ну, то есть вот так это работает, и поэтому нужен какой-то способ делать это динамически, и мы вот так вот это все дизайним. Но ежедневно, скажем, то есть каждый раз, когда у меня в компании появляется какой-то новый человек, наша песня гарна нова. То есть все начинается сначала. То есть это как приходит какой-то чувак, который видел там три раза TensorFlow, может быть, один раз что-то там посмотрел, какой-то пейпер интересный, ничего не понял, но галочку поставил. И это такая проблема, что на самом деле сделать из хорошего, талантливого парня, сделать из него хорошего TensorFlow-кодера, к примеру, я имею в виду человека, который не просто на TensorFlow кодит, но и понимает, что понимает концептуально нейронную сеть, по крайней мере, которую он строит, это год. Больше не нужно. Я на самом деле каждый раз, когда смотрю на требования компаний, которые там берут людей, PhD не меньше, вот это все, апеллить они будут работать какими-то там дата-инженерами на каких-то там проектах, ну это оверкил, ребят. То есть на самом деле большинство задач в диплёрнинге так или иначе это monkey job. Просто методично сидишь и колбасишь. Сидишь, перебираешь варианты, и нет других путей. Нет гениальных людей, которые там тоже упомянутый Карпатный, которые там сидят и с нуля берут, собирают граф, запускают, и у них все с первого раза работает. Нет, это на самом деле месяца экспериментов, это алхимия. Вы пробуете это, на 150-й раз начинает что-то получаться. И в этом проблема. То есть нужно кому-то делать этот legwork. Но мы исходим из того, что современные инструменты, скажем, если мне нужно кодить граф на Python, это реально сложно. Вот, ну, правда сложно. То есть это вот человек сидит, как мои ребята говорят, дуплится там 3 месяца, пытаясь понять, как же на самом деле это делать правильно. И одно из наследий вот этого подхода визуального с возможностью Ctrl-C, Ctrl-V, оно как раз и заключается в том, что я могу посадить обезьянку, сказать, вот смотри, вот эта модель работает, ты можешь даже открыть все ее эксперименты, даже сравнить между собой лоссы, accuracy, неважно все, что вы там в TensorBoard выдавали, ты можешь это все между собой сравнить. Сиди, играйся, надо сделать вот это. И это очень сильно понижает требования к входной вот этот порог для людей, которые приходят в вашу компанию. То есть я хочу, чтобы компании, которые пользовались этим продуктом, чтобы новые люди, которые к ним приходили, чтобы они начинали давать им профит вот буквально там на завтра. То есть на следующий день, когда он уже поставил свой первый эксперимент, у него что получилось, в смысле он на ночь оставил, а с утра пришел, у него что получилось, он уже вам заработал денег. И в этом как бы идея. Тут еще важный момент, что очень большое количество задач в современном диплёрнинге — это так или иначе какой-то boilerplate код. То есть вы просто делаете какой-то код раз за разом, он похож, вы его копипастите, ошибаетесь во время копипаста, все как обычно, но вы раз за разом делаете плюс-минус одно и то же. Просто кастомизируйте это каждый раз в свой таск. И платформа убирает с вас этот hassle, то есть вы заботитесь только о своем графе и ни о чем больше. То есть все остальное, там, как это уходит на считалку, как это собирается, как это компилится, оптимизируется или деплоится, вас вообще не касается. Ваша задача сделать клево граф. Все остальное убираем. И соответственно, это дает еще один важный нюанс, то есть, как я там упомянул про ГПУ, но очень часто бывает то густо, то пусто. То есть иногда у вас смотришь там статистику, у вас за ночь там загрузка всех ГПУ по компании была там меньше 8%.
А на следующий день все проснулись с кучей идей и все, и ничего нету. То есть, почему это происходит? Это на самом деле стоимость итерации одной, да? То есть сколько времени нужно девелоперу для того, чтобы выкатить какую-то версию, чтобы поставить ее считать. Вот это время, оно непредсказуемо, да, но обычным законам нормальным подчиняется. И вот эта идея, что я могу поставить задачу, просто мне пришла в голову какая-то идея, я очень быстро что-то натыкал и поставил считаться, просто чтобы не простаивало оборудование с низким приоритетом. Это в принципе, то есть вы должны понимать, что это как майнинг биткоина. То есть если ваши ГПУ стоят, вы не зарабатываете денег. То есть вот все вот просто. Если ваши ГПУ в этот момент считают ваши модели, я не знаю, просто считают больше, чем обычные итерации для того, чтобы посмотреть, сойдется ли модель ниже или еще что-то, тогда вы зарабатываете. Если ваши ГПУ стоят, вы не зарабатываете денег. Поэтому downtime очень важный момент. Уже упомянутый experiment repeatability — это вот эта способность вернуться к какой-то исходной точке и сказать, окей, вот здесь было клево. На самом деле попробуйте, если я бы там сейчас открыл гид, и предложил бы, ну, наш гид, да, в котором мы там в XO все делаем, и предложил бы кому-то его поскроллить, понять на самом деле, в какой точке была клевая модель, которая хорошо работала, невозможно. Это знает только один человек обычно, тот, который там, или два человека, которые работают над проектом. Но если не доведи Аллах, на него упадет кирпич, вы потеряли деньги. То есть вы не просто как бы потеряли время, вы потеряли деньги, потому что какая-то очень важная часть этой экспертизы ушла с этим человеком и уже никогда не вернется. Поэтому возможность вернуться к эксперименту, она фундаментальна, и это было одним из очень важных требований, которые команда выполняла. Ну и наши любимые Python-ноутбуки, куда же без них. Ну, с Python-ноутбуками много всяких на самом деле проблем. То есть самая клевая проблема — это когда кто-то там скачивает из репозитория Python ноутбук и бегает по офису и кричит: «Ребята, а на каком датасете это запускалось?» И все так на него смотрят: «Пойди посмотри на считалки». Да? Он открывает там папку датасетса, там 2,5 терабайта в 120 фолдерах. То есть иди, короче, разберись, как там оно запускалось в прошлый раз. Хорошо, если девелопер пути хотя бы делал там на считалке, как вот уже упоминалось, да, что запускать ноутбуки на сервере, на котором считаешь, очень удобно. Потому что, ну, это действительно очень удобно. Ты берешь там ноутбук, запускаешь, и, в принципе, пути, которые ты пишешь в этом ноутбуке, они все указывают на какие-то данные, которые лежат на машине. Но он забыл упомянуть другую вещь. Дело в том, что если у меня в компании, скажем, там есть как несколько ГПУ, и мои ресерчеры будут работать в ноутбуках на этих ГПУ, я теряю деньги, потому что мои ГПУ стоят. Потому что большую часть времени они не считают ничего. Они просто запускают какие-то вещи, проверяют, и потом опять уходят курить и думать. И это такая фундаментальная вещь на самом деле. То есть в VER.AI она решается очень просто. Так как ноутбук хостится прямо на оборудовании, на которое считает, то в тот момент, когда я запускаю ноутбук, у меня просто таск гасится временно. Да? У меня считается ноутбук, потом таск опять поднимается. No downtime. Да? Идея no downtime. И поэтому они являются частью VER.AI, а не какой-то внешней структуры. Плюс любой из этих компонентов я могу дабл-кликнуть, да, то есть тут даже он там reduce min, по-моему, уже помечен значком ноутбука. То есть я могу открыть код от любого компонента, отредактировать и сохранить. То есть вот подход fast hacking, то есть когда я могу что-то быстро-быстро сделать и проверить, работает ли это. Это все вписывается в один и тот же концепт уменьшения стоимости одной итерации. И мы продолжаем их. Да, к ноутбукам еще важный нюанс. То есть ноутбуки помнят не только код, с которым вы играли, но и данные, которые вы подсасывали. То есть когда вы какие-то датасеты подсасывали, он помнит, и если вы его даже поднимаете на какой-то другой ноде, вы получаете тот же environment, который у вас был в тот момент, когда девелопер его закрыл.
Окей, то есть важный момент, вот второй элемент links to models and components for external access. То есть представьте такой гипотетический момент, что, скажем, Артем делает новую функцию активации. Артем сидел, ее пилил, напилил целую функцию активации, проверил ее в 15 экспериментах, все классно работает, супер, опубликовал пейпер. И даже на GitHub его положил. Но проблема вся в том, что мы не можем проследить за ходом мысли Артема на самом деле, потому что он, возможно, что-то менял, возможно, какие-то вещи работали хорошо, возможно, плохо. Артем этого всего не выкладывает на GitHub, да, потому что на GitHub он уже выложил результат. Ну, как это заведено, да. И, скорее всего, даже не выложил саму сеточку, а просто какой-то код, который я, как умный deep learning инженер, должен взять и как-то в себя интегрировать. Но я, как умный deep learning инженер, ни пальцем не пошевелю. И никогда не пойду к Артему в репозиторий оттуда что-то брать, потому что у меня нет доказательств того, что это работает. И это такая-то большая очень проблема, что очень большое количество людей делают очень крутые вещи. Всякие там MLSTM, что это так, то, что приходит в голову. Сегодня целый день твердят про LSTM, да? Хотя на самом деле LSTM устаревший концепт. Его вообще никогда нельзя использовать. То есть вы, если хотите рекуррентную сеть, используйте трансформер. Запомните этот твит. Да? То есть вообще LSTM — это реально устаревший концепт. То есть трансформер его бьет абсолютно по всем фронтам. Трансформер параллелизируется и все такое. Но никто об этом не знает. То есть на самом деле это вот если кто-то в компании у вас случайно где-то там что-то нашел и как-то там это сам попробовал, собрал, посчитал, украл у вас время по факту, да, и потом принес вам результат, тогда вы скажете, ну там как руководитель R&D департамента, вы скажете, о, да, класс, давай вот это будем теперь использовать, это супер. И в этом смысле наша идея заключается в том, что в пейпере можно расшарить ссылку на модель, которую можно сразу же запустить. То есть, причем именно прямо в VER.AI вообще ничего не делая. То есть ты просто берешь, получаешь от Артема ссылку из его пейпера, берешь его модель и сразу запускаешь. Прямо с Артема датасетом или там несколькими моделями, которые Артем сделал. Извини, Артем, что я использую твое имя вот так вот нагло. Ну ты как бы известный человек в этом смысле. Мы пейперов не публикуем, а ты да. Вот, поэтому это вот такой вот концепт открытости, то есть какой-то открытой среды, где можно просто обмениваться ссылками, а взять чужую модель, я ее просто клонирую и что-то с ней и играю с ней. Это вроде бы модель GitHub, но фундаментальная разница именно в том, что если я возьму сейчас любую модель с GitHub, ну я, скажем так, 95% моделей из GitHub, я не смогу ее запустить. Вот, ну, клянусь, CUDA-версия не та, еще какая-то фигня, там, я не знаю, не хватает каких-то там, у людей стояли какие-то модули кастомные в Envy. Честно, в одном из проектов высшего было, вот не могу запустить там NumPy. Говорит, а у меня NumPy был с патчем таким. Ну вот отсюда возьми патч, короче, с билди NumPy, и у тебя все заработает. Отлично. А? Отлично, в докере. Модель в докере, все хорошо, но кто вообще использовал там докер, да, пробовал? Хорошо, ты запустил, а дальше что? То есть тебе же не просто надо ее запустить, как правило, ты хочешь не просто запустить модель, ты хочешь ее для чего-то интересного использовать в своем кейсе. И вот тут сразу барьер, да, такой. Окей, то есть, соответственно, мы даем возможность разделять, то есть делать публичные проекты, там, менеджить access, read, write, все такое. Еще одна из важных фичей, над которой я работаю персонально, это неслучайная инициализация нейронных сетей. Это очень классная штука на самом деле, то есть, когда я не использую какой-нибудь там Xavier init или еще чего-нибудь такое, а я использую нейронную сеть, которая мне предсказывает веса. Все такая хорошая, клевая идея. Как бы, есть проблема. Проблема заключается в том, что нейронная сеть должна каким-то образом знать,
я имею в виду та, которая инициализирует веса, должна что-то понимать о задаче, о датасете. Ну, то есть, короче, задача непростая на самом деле, но она решаемая, я честно скажу. То есть, скажем, я так проспойлю один из экспериментов, где Weights Predictor инициализировал веса для Convoy сети, глубокая а-ля ResNet, и без единого цикла трейна, вообще не было ни одного цикла тренировки, показал 93 там с чем-то accuracy. Что говорит о том, что этот подход сам по себе очень перспективен, то есть когда я теоретически могу инициализировать сеть в какой-то хорошей позиции и потом тренировать ее не 100 тысяч шагов, прежде чем она там у меня начнет к чему-то приближаться, сходиться, а там 5 тысяч шагов и уже получить какой-то результат. Это все ложится в копилку вот этого fast iteration, который мы постоянно преследуем. Из дополнительных плюшек это, собственно, one-click deploy, да? То есть когда я просто объявляю сеточку, говорю, вот мне вот этот эксперимент с вот этими весами, пожалуйста, вот туда на ноду, и получаю REST API интерфейс, в который я могу кидать картиночки с котиками и смотреть, что там еще происходит. Ну, это удобно, просто реально удобно, то есть one-click deploy. И одна из фишек, над которой мы продолжаем там работать, это automatic distillation, то есть когда сеть сжимается, уже обученная сеть, досжимается, ну, на самом деле в десятки раз их можно сжимать. Меня как-то спросил один из наших парней, почему нельзя сразу тренировать сжатые сети? Ну, это как для того, чтобы учиться, тебе нужно много capacity. А когда ты уже научился, там уже можно начинать играть и сжимать. Окей. Да, то есть очень важное отличие это, то есть если вы посмотрите там на интерфейс Azure ML, да, у вас есть какие-то компоненты, которые для вас сделала команда Azure ML. И в принципе можно что-то там напедалить кастомное, но это все очень тяжело. Мы изначально фундаментально отказались от этого, то есть все компоненты так или иначе это просто код, это просто функции, которые люди могут сами делать. Более того, мы очень рассчитываем на то, что именно вы, комьюнити, будете делать эти все интересные компоненты, вместо того, чтобы их педалили мы. Ну, что-то для начала мы вам напедалим, конечно. Соответственно, мы стандартизируем таким образом интерфейсы к ним и позволяем их использовать даже в ваших каких-то внутренних проектах, даже если вы не хотите фронтендом VER.AI пользоваться, вы можете брать их код, связывать их внутри, так как стандартные интерфейсы позволяют это делать. Важный элемент по поводу readability кода, так как это, как правило, очень небольшой, каждый отдельный компонент — это какие-то небольшие функции, там, скажем, 2-3 строчки, не больше обычно, ну, большая их часть, с тех, что там на экране, например, вызвать Adam Optimizer, там, не знаю, 3 строчки, то с этим намного проще работать. То есть вы не скроллите сквозь там тонны кода, вы просто смотрите на одну маленькую функцию, с этим намного проще работать и что-то сделать, придумать намного проще. Соответственно, usage history и историю экспериментов я уже упоминал. Мы там сделали search, такой Elasticsearch, для того, чтобы можно было как-то там поискать что-то не совсем так, как оно называется. Ну и в саму платформу встроен copy-paste. То есть если я просто беру какие-то веса, если я беру кусок модели с привязанным к ней экспериментом, то я могу сразу же инициализировать весами. Ну, соответственно, то есть transfer learning — это просто copy-paste, вот такой концепт. Важная часть — это менеджмент датасетов. То есть датасеты, существует механизм а-ля гитовый механизм пуша и пула датасетов. И это такой как бы очень важный момент, потому что, то есть я чуть позже объясню, как это работает, сам этот пайплайн доставки датасетов, но сейчас скажу о том, что поддерживать несколько версий датасетов — это реальность. То есть это можно делать, и мы используем торрент для их доставки, и поэтому это еще, в принципе, этим можно пользоваться.
day by day. Соответственно, Python ноутбуки — это точно такие же компоненты, соответственно, есть версии, вот это вот все иногда полезно, да, там взглянуть на чекпоинты 4 месяца назад. У GPU, в смысле, когда Python ноутбуки захощены, то, как я уже говорил, да, то есть ноутбук в момент, когда он запускается, он гасит GPU, в смысле гасит таски на GPU и поднимает ваш таск, потом возвращает все на место. Да, то есть важный момент, мы не даем вам никаких считалок, то есть вы используете свое оборудование, соответственно, вам, в принципе, там базовая версия VER.AI стоит ноль. Ну, то есть в том смысле, что, ну, может быть, еще папаного ноутбука, он убьется там за пару месяцев, если на нем что-то считать. Но, тем не менее, да, то есть мы предоставляем просто какой-то простой механизм, условно sudoap get install, или pip install, и вы сами менеджете свой computing capacity. Сколько, вот сколько у вас есть, все можете подчинять фронту и управлять с фронта всем этим зоопарком, что удобно. И таким образом ни данные, ни натренированные веса не покидают пределов вашей организации. То есть на VER.AI, я имею в виду инфраструктура VER.AI, не видит ни ваших данных, ни ваших весов. Что тоже важно, потому что для многих людей это может быть как бы проблемой. То есть что если кто-то взял их работу и как-то на ней капитализировал, например, на датасете чужом. Это такая проблема. Ну, TensorBoard Access я уже упоминал. Окей, давайте какой-то интересный такой этот вот. То есть это такой кейс, как бы, над которым мы сейчас работаем в XOresearch. Optical Character Recognition платформа, у нее там куча своих плюшек, которые нужны именно нашим клиентам, которые подписаны на этот сервис. Но по целям у нас нет ограничения на количество текста на странице, что обычно в каких-то простых RCNN, например, моделях, там люди их успешно тестируют там на 15 словах, а когда на странице их 2500, ничего не работает. Вот, соответственно, меньше 1 секунды processing time большой страницы, я имею в виду в большом разрешении А4 страницы, font agnostic, включая рукописный, да, все это должно работать. И, ну, как бы одна из проблем с точки зрения повседневной — это large dataset, то есть там у нас просто очень большой синтетический датасет, очень большой там, короче, много. И то есть как это работает условно на VER.AI? То есть, грубо говоря, я просто там за пару часов собираю себе там ResNet компонент, один компонентик, да, который по факту представляет из себя ResNet блок. Это просто PI файл, я его сделал прямо в ноутбуке, не выходя из VER.AI. Это просто, ну, просто ноутбучный файл, окей? Если так удобнее. Вот. Из него интерфейс позволяет объявлять какие-то UI-компоненты, которыми можно потом управлять. В том смысле, что я в интерфейсе выбираю этот ResNet блок, я могу указать там количество кернелов, вот это все. То есть я это все выставляю наружу. Это сделалось довольно быстро. Дальше я из этого собрал UNET. Прикрепил, сделал еще один компонент, я сделал трансформер, который по факту выглядел просто как импорт tensor to tensor. Ну, хачим. Ну, соответственно, конфиг и инстанциация модели. Это несложно на самом деле. Хотел вам показать эту картинку, но так получилось, что мы сломали где-то недели полторы назад, мы сломали все, потому что у нас там глобальный был рехол, мы убивали старые бранчи, короче, все это собирали, там громадный редизайн. Это было сделано именно потому, что, не потому, чтобы насолить Саше и на конференцию не показать картинку, а просто потому, что это реально назрело, и мы до конца августа хотели запустить уже альфу для
первых клиентов. Поэтому, короче, вот так вот это наложилось. Прости, Саша. Вот, но да, как вы можете себе представить, да, то есть этот граф состоял буквально там из десятка нот, вот, и очень, очень был читабельным. То есть вот датасет, да, это такой важный момент, то есть мы использовали генератор, ну, то есть вот, вот такого плана, он выдавал вот такого плана текст. Ну, сейчас он у нас уже выдает осмысленные слова, но это просто генератор, который просто там колбасит огромное количество вот таких вот страниц с каким-то текстом, с дистрактными элементами. И это очень большой датасет, и мы вечно в нем находим какие-то проблемы. Например, там, мы недавно нашли, что цифры генерировались просто как rand int там, 100 тысяч. Соответственно, в 9 из 10 случаев цифры состояли из 5 циферок. Ну, просто потому что кидалось случайное число, да, там, от 0 до 99,999. И, то есть, это пофиксить там 3 секунды, но потом надо перегенерировать 40-гигабайтный датасет, ну, 40-гигабайтную часть, которая с синтетическими картинками, и как-то ее доставить на считалку. Вот, ну, это как вроде бы простая проблема, но на SFTP обычном, как мы работаем с удаленными серверами, это просто занимает вечность. И в случае с VER.AI это выглядит просто, я на пальцах, конечно, показываю, ну, то есть я просто делаю VER.AI dataset push, он сразу ставит торрент на серв, то есть подготавливает торрент файл, ставит его на серв. И я в интерфейсе вижу на датасете такой значок, что я могу его проапгрейдить, да, я его апгрейджу, и в тот момент, когда я запускаю на счет, у меня транспорт начинает на ту считалку с моей локальной машины, на которой я нагенерировал что-то, начинает что-то доставлять. Умный человек сразу спросит, так считай прямо на сервере, чё, в чем проблема? Дело в том, что сервер не один, и на каком из них считать, не совсем понятно, да, то есть, более того, как правило, там серверные процессора, и на моем, не на лэптопе, на моем десктопе с турбобустом однопоточный, ну, так получилось, что датасет однопоточный, я имею в виду генератор однопоточный, в один поток это очень долго на сервере и намного меньше времени локально на десктопе. И как потом его доставить, то есть торрент-ответ. Это было очень-очень удобно. То есть сам датасет — это просто сам ридер и компонент — это просто очень маленькие там в 5 строчек штуки, которые возвращают TF-data датасет, и это работает магически, удобно. Ну, соответственно, просто у нас там несколько лодеров для разных типов датасетов. У нас там есть handwritten, не handwritten. Ну, к примеру, это пример... что-то я не понял, что я нажимаю. Это пример там самого распознавания, да, то есть как должно быть слева, как распознало справа, то есть работает. Удивительно, но работает. Ну, да, там примерно вот так это выглядит. Соответственно, iteration cycle в VER.AI выглядит похоже, но чуть-чуть иначе, чем при обычном подходе. Да? То есть мы аджастим код генератора, если надо, регенерируем данные, доставку нам обеспечивает платформа. Опять же, то есть никакие данные не покидают ее пределов, они просто между нодами трансферятся. Соответственно, мы создаем, когда хотим что-то попробовать, создаем маленькие новые функции, ревайрим граф чуть-чуть, ставим его на счет, там, устанавливаем ограничение в 30-40 тысяч шагов, просто чтобы понять, да, то есть мы потом можем эти эксперименты между собой сравнивать. Это ни о чем не говорит на самом деле, иногда сети могут долго сходиться, а потом резко уйти под воду, ну, как бы, тем не менее, за 30-40 тысяч шагов можно что-то понять. Ну, пошел курить, ждешь, пока в Telegram что-то бэмкнет. Удобно. Ну, то есть, если видишь, что эксперимент какой-то хороший, то просто говоришь, окей, давай еще там 250 тысяч шагов,
пусть пройдет с того чекпоинта последнего, и окей. Ну и, в общем-то, все. Это то, что я хотел на сегодня вам рассказать, поэтому... Спасибо.